Всем привет. Привет, привет, привет. Деп, привет. Сегодня финал. Нет, как оказалось, пока что не финал, но достойные игры финала. РРК против Генфликсов, которые выиграли, Эвосов, которые занимают топ-1, также выиграли топ-2 Оников. И плюс будут катать Оники против Эвосов, которые на данный момент топ-1 были и против топ-2. Оники топ-2, Эвос топ-1. А также Альтер-Эго против Бигетронов на разогрев. Горд в пике. Ну, все как обычно. Нереальные пики, нереальные отыгрыши. Будешь смотреть первый американский турнир? Не знаю. Я, если честно, не особо хотелось. Всем привет. Какие команды сейчас на РУ сильные? Ну, которые там Белка обозревает турниры, вот там, которые топ-7, вот это сильные команды, по сути, их можно считать. А еще через 2-3 недельки там уже явные фавориты будут, и тогда там стопроцентно будут сильнейшие команды. Ну, к ним просто приплюсовываете Деву и Юник, и все. 65 челиков, ладно, полетели. Ну, я по расписанию уже сказал, то есть сначала Альтер-Эго против Бигетронов, посмотрим, потом РРК против Генфликсов, и потом Эвосы против против Оников. Вот. Полетели. Пик Альтер-Эго, Ланс, Бейн, Клауд, Сильвана, Кусака против пика Бигетронов, Алиса, Гренджер, Селена, Бакси и Эйдора в миде саппортом. Посмотрим, как реализуется. Будет ей тяжко довольно-таки стоять против Кусаки плюс Сильваны, но Сильвана не дальник, поэтому преимущество все же за Эйдорой, но там уже будет разыгрываться ситуация от того, кто первый нанесет дамаг. То есть, если застанет первым Сильвана, потом еще Кусака поддержит, то очевидно, что у Эйдора будут гигантские проблемы. Видим, что обе команды стартуют с бафа, причем красного. Хилищи, скорее всего, будут сразу отлетать Селебою на Ланселоте, и сходу нам залетает пауза. Так, но я не хочу ждать паузу, поэтому давайте чуть-чуть ее ускорим. Вот, продолжаем. Забирает Ланс Хилище, идут команды обе, причем на синий. На топе будет стоять Бакси против Бейна. Бейн не сможет убить Бакси, как и Бакси Бейна, поэтому тут такой стандартненький лайт. Алиса будет стоять против Клауда. Клауд чуть-чуть будет подпрессовывать Алису на старте, но там минуты до третьей, потому что Алисе четверка нужна. Плюс там, если будет ганг, то довольно неприятно будет Алисе. В чем сила Алисы? В лейте. Ее просто невозможно убить. Она с зимним жезлом, она со фликом, там тонны дамага, тонны живучести. Ты ее начинаешь убивать, она от тебя хилится под зимним. И, короче, габельная. Видим, на топе уже ганг Ланселота по Бакси увенчался тем, что пол хп продамажили ему, а также у Бакси не будет, скорее всего, четверки на черепахе. Кусака вынужден тэпаться на базу. Черепаха 20 секунд. Гренджер уже на нее смещается. Кстати, стоит отметить то, что за место Лео Мёрфика в данной каточке будет играть Каезус, который... Не Лео Мёрфик, как вы поняли. На прошлых выходных Альтер-Эго тестили его за место Удила, не особо зашло. В этот раз его тестят за место танка Лео Мёрфи, я так понимаю. А на М2 он показывал сайдлайн, насколько я помню, представлял. Видим, что уже апает Сильвана четверку, Ланс уже стартует по черепахе, красный баф заберет к черепашечке Гренджер. Кстати, вот почему Гренджер начинал с красного. Закрывает от ульта Гренки Кусакич, но за это сам он умирает. Бакси пол хпшной под хилочкой должен тут спокойно выживать. В итоге размен произошел, черепаху на Кусаку. Довольно выгодный размен для Альтер-Эго, потому что Кусаку не жалко, у него маска вторая, он все выформит в любом случае. Видим, под топом стоит еще Селена, пытается подбайтить Бакси Бейна. Но Бейн на опте уже знает, что там дело пахнет керосином. В ньютонах сила Алисы. Да-да-да. Перефарма как такового нету вообще абсолютно. Видимо, проблемы у Клауда с маной. Он должен сейчас будет с базы лететь. Попала Селена по Сильване. Ну, тут пока ничего особенного. 2 против 2 на миде. Просто спокойненько забирают крипчиков и пытаются что-то придумать. Ну, на боте особо ничего и нельзя придумать, по сути, потому что там Клауд без маны. Вроде бы он, кстати, на базу не тэпнулся. И вот сейчас, скорее всего, Альтер-Эго хотят что-то придумать. Кустики медовые пока что за бигетронами. Напомню, в данной катке Альтер-Эго были топ-4 или топ-3 даже. После этой катки они стали чуть ниже, топ-5 в самой таблице МПЛ индийского. Видим 30 секунд до черепахи. Вардит Селена. Контроль карты за ней. Ну, кстати, Эйдора вообще практически никуда не ходит. С мида. Чисто мид крипов и ничего более. Попадает опять Селена с таном, но опять же это ничего не продолжается никем. 1-0. 5-я минута на экране. Довольно пока что пассивно все отыгрывают. Просто фармят. Ну, если просто фармить, то Алиса все-таки будет прям имбалансной. Видим, Кусака наконец-то начинает черепаху, а у Клауда уже жрут. Правда, эмблемки на саппорта, но все же это жрут на Клауда. Начинается файт 5 на 3. На ней у нас команда Бигетрон. Скорее всего, будет отходить черепашечка команде Бигетрона. Влетает Кусака по Гренджеру. Сразу стан моментальный от Эйдора минус Кусака. И дальше пока вроде не продолжают. Стан Селены по лансу также ничем нельзя будет продолжить, потому что все отдали в Кусаку. Гренджер тоже был без ульты. Проблема у Алисы. Лоу хп она. У Клауда все-таки не будет маны, чтобы добивать Алису тут. И Алиса должна спокойненько тут выживать, потому что еще Гренджер с Селеной также были под ней, в случае чего. Сейчас где Лео Мёрфи? Пока что тестят. Я уже говорил, что составы различные Альтер-Эго. И сегодня за место него Каезиус. Тем временем видим перефар в пользу бигетронов. Ганг на боте увенчался киллом Алиса, также должна умирать Селена, также падает у нас тавер на боте. За это мид, возможно, должны допушить, но там Бейн с ультимейтом. Залетает во все это дело у нас Клауд. За это забирает Эйдора, Ланселота на силебое. Ой, Кусака тут подлавливает у нас Гренджера. Сильвана также в него ультует и минус Гренджер. В итоге опять преимущество за Альтер-Эго. И в итоге 600 голды перефарма на Клауде, по-моему, потому что Ланс умер, у него не особо тут все и шикарно. Показывают нам айтемы. Селена, видим, хочет собрать косу. Алиса уже с часами. Бакси фулл танк. Эйдора пока не определилась, скорее всего, жезл молний. Ланс ББ, по-моему. Бейн жезл собирает. Золотой посох на Клауде скоро будет. Но у Клауда все очень хорошо в данной катке. У Гренджера все максимально не так же хорошо. Но у Альтер-Эго Ланселот тоже не особо прям при деньгах, потому что у него 9-й левел, у Гренджера тоже 9-й левел. Гренджер идет в кирасу, видим, мы подлавливают тут Кусакичи и сразу же убивают. Черепаху уже Ланс полирует. Клауд выбивает чуть-чуть времени для своей команды, чтобы успели забирать черепаху. Ой-ой-ой, но черепаху-то Гренджер засмайтил. Успел прыгнуть, дать прыжок и засмайтить. Пересмайтился любой Гренджер из команды Бигетронов. Идет Ланс на красный, надеюсь, что он там есть, но его там нету просто. Стягивается он под мид, пока что хочет что-то в миде найти. Неплохой проклик скиллов, но не убивает он тут Селену никак. У нее еще фликер оставался, в случае чего. И видим, направляется на топ. Зеркально же на боте у нас опять проблемы у Каезиса на Кусаке. Гренджер плюс Бакси тут хотят кого-то закрыть. Также Эйдора с ними. Бакси уже начинает тут что-то напиливать. Думаю, что Ланс стягивается к ним, потому что его не видно на карте. Но Ланс просто под мидом у нас стоит. Мы-то видим с вами. У нас мапхак. Привет всем, приятного просмотра, кто только подтягивается. Mm. 3-4 счет, перефарм практически 0. По товарам в пользу Альтер-Эго на боте. Один тавер забрали они. 50 секунд до черепахи. Клауду срочно нужен щитофин, чтобы жить против Селены, Алисы и Доры. Если его не будет в срочном порядке, то будут проблемы у Альтер-Эго, потому что Клауд не будет жить, а это довольно-таки главная ставка их. потому что кроме Клауда особо большого дамага нету в команде Альтер-Эго. Ну, разве что там Бейн залетит по четверым, с ульта, флика. Видим, что Каэзис пытается напрячь сейчас тут Гренджера, но не хотят рисковать Альтер-Эго, и поэтому пока что все ровненько. Селена у нас подлавливает тут Ланселота, лоу хп он остается, все-таки выживает. На ульте на первом скилле просто уходит. Под мидом сейчас может Клауд что-то придумает, или все же на черепахе решают что-то сделать. Потому что 5 секунд до нее, 5 игроков Альтер-Эго уже на ней. 4 игрока Бигетроны в Бакси также уже подходит. Попадание Селены по Сильване минус 1. Черепаху уже забирает у нас Ланселот. Дальше пока не собирается никто вроде бы продолжать. Кстати, Сильвану не добили, в минус фликер у нее. И Сильвана выживает. Топ, возможно, должны сейчас дефать. Клауд ультом задефает ли? Вот в чем вопрос. Пока не особо хочет дефать, виден. Боится, потому что нету деф-слотов каких-то. Попадания. Нет, не попадания от Селены. Ой, 5 в 2. Должны просто подлавливать Сильвану. У нее нету флика. Все это знают из команды Бигетронов. Начинается файт. Ульта Бейна не особо хорошая по хилочке, по ульте Бакси. Бакси в итоге выживает, а вот Бейн подлавливает Эйдора станом и минус Бейн. Сейчас могут еще проблемы быть у Каэзиуса, потому что у его команды практически не осталось скиллов, кроме ульта у Клауда. Ну, ульт у Ланса я тоже учитываю, просто там сложно будет реализовать Ланса, при том, что там Эйдору просто тебе в лицо будет прокасты кидать, и ты от Эйдора будешь умирать. Видим, что Эйдора уже собирает зимний жезл. Зеленый меч, самый дорогой в игре предмет, собирает Гренджер. Ланселот также его собирает. Ой, подлавливают опять Сильвану, подлавливают также Кусаку. Стам по Кусакичу еще живет, Эйдора еще также живет, но уже должна умирать. Фликер Эйдора еще живет. Ланс отбивает Гренджер, лоу хп остается Бакси, но еще живет и не добивает его Клауд. А вот Клауд умирает от Гренджера. В итоге вся команда Бигетронов практически, кроме Гренджера, выживает на лоу хп. Ну там и Гренджер был по сути лоу хп, он отхилился на 2 киллах на Лансе и Клауде. Не повезло Клауду, что таргет пошел по Баксию. Возможно, если бы пошел по гренке, что-то бы получилось. Привет, Луи. Розыгрыш будет? Нет, розыгрыши закончились. И последние выплаты происходят. Сава, привет, скажи, пожалуйста, в какой ситуации собрать меч демона и в какой рык? Меч демона сжирает от количества хп. А рык это просто проникновение, чтобы... какое-то количество физической защиты игнорировать. Соответственно, рык как раз таки полностью контрится физдефом. Именно физдефом. Рык собирают, если там много хп у противника, у танков в особенности. Плюс не на всех персонажей зайдет рык. Видим, подлавливают Сильвану, минус она. Супер быстро забирают ее за счет Эйдоры. Пока что не клеится игра у Альтер-Эго. Станом также попадает Селена. Фликом поддерживает Алиса. Минус Бейн просто опять же за секунду. 3 в 5 ситуация по карте. Начинается игра по лорду уже от Бигетронов. Кусака также продамаженный слегка. Сейчас Клауд будет палиться на карте. И это будет явный знак, что Альтер-Эго не хотят драться за лорда вообще абсолютно. Эдора стоит на кусте слева от мида, чтобы Лансу не дать подойти в случае чего. На топе была инфа, что Кусакич, но он, скорее всего, не застилит, поэтому это лорд просто легчайший для команды Бигетронов. Привет, когда будешь челлендж продолжать? Ну, я думаю, чуть позже. Пока в планах еще его не было. Думаю, на следующей неделе, потому что на этой неделе у меня рассчитано еще 2 стрима по MLK именно игровых и еще 2... по МПЛу. Видим, что у Клауда собрано замедляющий айтем, не помню, как он называется, зеленый такой топор. А также собирается уже щит Афин, но хотелось бы уже его иметь, потому что команда Бигетронов залетает в мид. Ланс неплохо залетел по Селене, но она прожала зимний жезл, выживает в итоге. Ситуация 5 в 4, без Сильваны должны дефать этого лорда Альтер-Эго. Спокойненько, кстати, его задефали, практически... ничего не потеряли, кроме тавра на миде. Также сейчас тавр на миде второй будет падать, и на боте хорошо бы было, чтобы упал. И тогда у Бигетрона будет все хорошо. За лорда до 12 минуты они забрали 3 тауэра, по-моему. Да, кстати, на боте тоже упал. 3 тауэра получается, потому что Т1 на боте и так не было. Плюс фарма чуть-чуть, да. 5000 перефарм сейчас за Бигетронами. По 300 голды дает лорд каждому члену вашей команды, напомню, кто не знает. Поэтому не просто так этот лорд забирался, даже если Т1 никакие не падали. По МПЛ что именно будешь стримить? Эвосы против РРК будут катать в воскресенье следующее. В субботу Эвосы против Генфликсов, насколько я помню. Или еще кого-то, не помню. Короче, Эвосы опять же будут катать. Также РРК будет катать эту. Планирую постримить игру. Вот. 6000 перефарма уже, Сильвана ультимейт на отход, Гренко все это дело продолжает своей ультой, минус Сильвана в одночасье, не живет она абсолютно, потому что это Сильвана саппорт, она собрана в дамаг, и видим, что под топ или по миду хотят заходить Бигетроны, стан Селены не попало, а вот Бакси должен заходить. Так, Ланс спокойненько задефал на топе вышку, и пока что непонятно, на что рассчитывали Бигетроны, неужели просто на стан Селены хотели... Чтобы кто-то попался под стан Селены, и на это весь расчет был. Ну, слабенько, слабенько, если честно. Видим, Ахмада на Клауде прочекали, также тут Кусака. Ну, тут должен просто ульт отдавать Бакси, и у него все хорошо. Ну, и плюс к этому Альтер-Эго должны отступать, потому что они 3 в 5 сейчас тут на красном бафе. Бакси подлавливать должен уже. Ай-яй-яй, как неудачно Бакси не подловил Клауда. А это должен был быть килл, потому что 3 в 5 тут любого ловили бы. И минус чел. 60 секунд до лорда. Почему бы еще больше не получить перефарма? Кстати, 7000 перефарма пока что на карте. 12-4 счет. За Бигетронами. Стан Селена попадает по Кусайке. Он пол хп. Кстати... Стоит выделить, что у Селены, во-первых, нету очищения против Кусаки и Сильваны, а также у нее эмблема на саппорта, на увеличение дамага 6%, по-моему, после того, как она продамажит кого-нибудь. У ваших союзников будет увеличенный дамаг на 6%. Привет всем, кто подходит. Приятного просмотра, привет, Миша. Клауд заруинил каточку. Ну, я бы не сказал, пока что Клауд не прям руина. Плюс он на боте 2 тауэра запушил. Но я бы прям вообще абсолютно не говорил бы, что тут Клауд руинит что-то. Тут, в принципе, в общем, неудачные файты. То есть Сильвану очень часто подлавливают за счет того, что просто она отдает ультимейт, и у нее нету эскейпа больше. И просто Гренджер ее на ультах замедляет, и она умирает, потому что она не танчит абсолютно. Видим, что уже лорд встал, 30 тысяч хп у него. Сразу его забирают тут Бигетроны, потому что 7500 перефарма за ними. Уже 8,5, уже даже 9 ровно тысяч за... Бигетронами, лорд кастующий, этого лорда надо будет как-то дефать, вся левая сторона у Альтер-Эго в метках Селены, соответственно по левой стороне полностью будет вижен, лорд пойдет, по-моему, по топу, там чуть-чуть продамаженный вроде бы тауэр, сейчас посмотрим, да, по топу лорд идет, помню там, что чуть-чуть продамажили крипы. Так, самое интересное, билд Селены коса, зимний антихил абсолютно без дамага. Видим зимний также на Эдоре, также зимний на Алисе, плюс проникновение на Алисе, это прям полностью дамажная Алиса. Фулл слоты также на Гренке, он сейчас собрал даже за место сапогов проникновение, а вот у команды Альтер-Эго не хватает слотов. Заходит уже лорд, кастует он. Пока что нечем особо дефать этого лорда. Лорд до сих пор еще фулловый. Благо мид тауэр запушили. Так, намечается файт. Клауд залетает с ульты просто, чтобы отогнать команду Бигетронов. У них это получается. Но сейчас нужно будет дефать еще один тауэр на миде. Ланс ульта, вроде бы все хорошо. Стам, кстати, по Бейну. Минус Бейн точно происходит. Продолжается файт зимний от Селены. Она тут не выживает никак. Флик от Алисы. Зимний не успела прожать Алиса. Тут минус Клауд даже возможно было сделать. Ну и тут не особо... Должны Бигетроны уходить, по идее. Как уходит тут Как умирает тут Дил на Сильване, непонятно, но Бакси должны разменивать, по идее, Альтер-Эго. Подтягивается у нас сюда Клауд. Сейчас может довольно больно быть команде Альтер-Эго. Минус Кусака точно будет. Также минус Флик. Также минус Ланселот. Гренко добирает его на ульте. Ультимейт от Клауда. Гренко отошел. Ну и просто крипов задефал Клауд. Тут мид-тауэр почти упал у нас. Точнее, у Альтер-Эго. Довольно неприятное дело. По меду еще будет пак, 6 секунд еще до Бейна, он еще встанет еще 3 секунды, чтобы ему дойти до мид-таура, и, соответственно, мид, скорее всего, допушит, да, так и происходит. За кастующего лорда Бигетроны забрали 2 Т1, это очень хорошо, ну, минимум это 1 Т1 с кастующим лордом, а среднячок это именно 2 таура, чтобы по двум линиям шли мега-крипы. Ну и, соответственно, прям по максимуму это 3 вышки, и либо уже прям тоталити, это закончить каточку с этим лордом. Привет, сестра Госта, привет всем, кто подтягивается. Коса на Алису вообще стоит, я не пробовал, интересен профит. Да, очень профитно, с руки чистый урон. Так, видим, тут ультимейт прожат на Баксе, и также Гренко прожимает, но Каэзис тут на Кусаке вроде бы живет, плюс фликер у него выбили. 8000 преимущества, Алису пока что непонятно чем убивать, потому что от Клауда просто зимний спасает ее. А кроме Клауда никто особо и не дамажит по Алисе на самом деле. Ну разве что Бейн, но там нужно файт будет подстраивать так, чтобы и Бейн, и Клауд дамажили именно Алису. А там можно подловить будет одного из них минимум. Ну и плюс там 3 секунды зимний, это прям очень долго. За эти 3 секунды там можно и Клауда, и Бейна убить, если подставятся под Эйдору, либо Гренку. Видим, что топ-дамаг на карте у нас Браунс на Гренджере как раз-таки. Клауд от него чуть-чуть не достает, на 5000 меньше дамага. Топ-1 в питку у нас... Кто бы сомневался, что Кусаки. За синий у нас файт происходит. Кусака без флика, помним. Залетают сюда у нас Клауд плюс Бейн. Минус в одночасье и Гренджер, и Эйдора. Выживает тут еле-еле Алиса плюс Бакси. Но у команды Альтер-Эго также умирает Бейн плюс Сильвана. Лоу хп остается у нас тут Ланселот. Должен он распрыгиваться, но не особо куда он тут должен уходить. Потому что Бакси уже за ним выехал. Кстати, распрыгался неплохо он тут по Бакси. Еще живет. Но Алиса может даже флик потратить, в случае чего. Кстати, скоро уже откадешивается у нас тут. Да, молодец, все-таки не пожалел флик и добивает тут Ланселота. По Баксию игра от Клауда и Кусаки. Откидывать... Ой, он на месте его кинул. Какая ошибка большая. Он должен был его кидать влево или хотя бы вправо, чтобы не под хилку он оставался. Видим, что у Клауда большие проблемы с маной. Нужен сапог на ману, очевидно, прям очень сильно. У него, видимо, другой какой-то сапог. Нужно будет обратить внимание на это. 4000, кстати, преимущество. Лорд уже кастующий, опять же, стоит. Стоит обратить на него внимание обеим командам. Ну, самое главное, обратить внимание Альтер-Эго, потому что у них один только тауэр стоит. И с кастующим лордом можно зайти, когда у вас Т1 стоит один. Ну, и закончить игру, имеется в виду. Как же он мансит? Ну, мансит, только там все равно добирает его Алиса. И, скорее всего, это было сделано специально, чтобы подольше ланса как раз вот сейчас и не было. То есть, видите, 4 в 5 ситуация, и вынуждены Альтер-Эго просто так отдавать этого лорда. Скорее всего, там лучше лансу было сразу умереть, чтобы к лорду быть уже как огурчик готовым. В итоге он там долго жил, и все равно он там умер. Ну, там никак не выживал, потому что там у Алисы флик, и инфа по флику Алисы была. Соответственно, лучше бы он там умер, и, соответственно, к лорду, скорее всего, он был бы жив. Ну и не отдавали бы просто так лорда. Тут хотели, кстати, отдать, по-моему, Клауду синий, что не получилось, не повезло, скажем так. Где нереальный Илья Мёрфи, и тестят составы Альтер-Эго, и пока что его заменяет Каэзиус на Кусакиче. Видим, уже лорд очень близко подходит к трону Альтер-Эго. начинается игра по Кусаке. Кусака уже лоу хп, флик у него еще есть, бессмертие также есть, ультимейт от Клауда, чтобы задефать бот. По Клауду играет Идороса флика, он пока еще живет, но уже мертвый у нас Каэдиус на Кусакиче. Попадает станом по Клауду, у Клауда не было очищения, у Трона уже лоу хп. Минус Сильвана также от Эйдоры. Лоу хп Трон, и просто по Трону играет команда Бигетронов. Там одна Эйдора, по-моему, играла. Минус Трон в итоге. И победа команды Бигетронов. Переходим сразу к билдам. Текс. Ну, странный билд, если честно, на Сильвану. Он не танчил, дамага у него также не особо много. Ну, чисто, чтобы антихил собрать, окей, можно было. Бейн стандарт, Ланс стандарт. Кусакич собрал антикрит, но против Гренджа это не особо помогает, если что, поэтому не советую антикрит против Гренки. Лучше просто фулл физ идти, и все нормально у вас будет. Клауд, видим, что Майфин с ББ с замедляющим топориком, по-моему. Нет, не помню, не вспомню, сколько он там замедляет. Бакси фулл деф у нас видим, фулл дамаг практически. Эйдора без зимнего жезла, она продала на бессмертие. Видим, что и с зимним, и с бессмертием Селена. Фулл дамаг у нас Алиса без сапога даже. Ну и Гренджер тоже самый билд, который был на втором кастующем лорде. Недолго думая, переходим ко второй каточке. 15%, ну вот 15% замедляет. Кому нравится трансляция, можете прожать лайк, чтобы ее поддержать. Не обязательно донатить, чтобы поддерживать канал Деп. А мы идем ко второй катке данного противостояния. Альтер-Эго против Бигетронов. Пик Альтер-Эго у нас Ланселот, Уранус, Люнокс, Клауд, Ангела. Пик Бигетронов Горд. Еще раз Горд и еще раз Горд. Ну и еще раз Горд и еще раз Горд. 5 гордов можно было пикать, да? Горд, Алиса, Гренджер, Бакси у нас плюс Бенедетта на Бигетронах. Посмотрим, очень интересно, как реализован будет Горд в данной каточке. Он будет саппортом на миде. Агрессивно начинают у нас Альтер-Эго, потому что у них Ангела в миде в роли танка, также хилище им будет доставаться. На топе будет стоять у нас Уранус против Бенедетты. Там никто не сможет никого запрессовать, потому что просто будут скипать до конца своей жизни. А на боте у нас опять Клауд против Алисы с теми же эмблемами, и тот, и другой. Причем те же самые игроки. Подлавливают у нас тут Ангелу. Видимо, придется ей прожать. Да, прожимает щиток. Кстати, Горд ее там подлавливал, застанил. Вовремя присоединялась к этому продамаживанию Ангелы и Бенедетта. Также на топе еще выбили флик у Урануса. Ну, кстати, к черепахе уже два спыла выбито у команды Альтер-Эго. Поэтому можно сказать, что все в пользу Бигетронов пока что идет. Ну, старт, по крайней мере. Небольшие ошибочки на старте, вот к чему приводит. Минус 2 спыла на черепахе. Продамаженные Бакси, по идее, просто должны отступать сейчас Бигетроны. Сало за гордолайк, очевидно. Горд имба. 9 секунд до лорда. Бакси фуллов из базы у нас уже возвращается. Клауд, Алиса будут также на своих линиях. Помним, что у Уранса нету флика. Также об этом помнит команда Бигетронов. Залетает Ланс очень неудачно. Уже пол хп у него. Ультимейт чуть-чуть не выживает. Продолжается у нас игра от Бенни по Ангеле с Урансом. Ланслот, конечно, в данной ситуации просто ужаснейше сыграл. Абсолютно ему нельзя было тут умирать. В итоге плюс голда, плюс опыт будет горду. Минус ультимейт. Видите, как быстро прожигается ультой горда данный объект, то есть черепашечка. На боте у нас нереальный отыгрыш от Алисы. Это что такое? А, у Ахмада у нас фликер. Ну, давай. На самом деле, очень плохое решение. Фликер. Алиса его просто на линии будет, во-первых, душить. Вот как сейчас она это сделала. Плюс там какой-нибудь стан от Горда, от Бакси рандомный. В итоге тоже будет очень-очень неприятно Клауду. Старт полностью пока что уходит команде Бигетронов. Также хилище вот тут забирает у нас Гренджер. Ой-ой-ой, еще и ульта от Горда плюс Гренки, еще и минус Ангела. 3-0 счет на табло. 1000 голды перефарм. Также Люнокс тут может умирать, но, по крайней мере, Светлый точно отдает. Ланселот на синем Уранус тут подтягивается просто, чтобы забрал Ланселот свой синий. Альтер-Эго, Горд. Новая кричалка. Деп. Неплохо, неплохо. Так, ну тут Бакси по-быстрому на базу за хпшечкой. На топе видим там Ланс с Урансом попытаются, скорее всего, что-то сделать в Бенедетте. Но вроде как там просто Ланс заберет голду и обратно. А на боте видим, потому что у Клауда нету очищения. Он тут не особо может и жить. Ну, хотя у Алисы не было флика. Об этом была информация, поэтому... Пожить тут еще чуть-чуть можно. Плюс у Гренки еще не откатилась ульта. Скорее всего, именно это послужило тем решению, чтобы не давить прям Клауду оверсильно. Плюс там еще Ангела с ультой. Возможно, у нее скоро уже откадешится щиток. Об этом знают Альтер-Эго. 10 секунд до черепахи. 1000 голды преимущество за бигетронами. Видим, на боте влетает в Ланселота Ангела, а Ланселот по... Алисе. У Алисы до сих пор пока что нету флика. Видим, что тут игра по Алисе. Горд поддерживает ее. Минус Клауд точно будет. В итоге опять ганг просто максимально неудачный. Бакси там прожал хилочку. За счет этого чуть-чуть там пожила Алиса. Плюс еще и выживает она там. Видим, что попытался тут Уранус чуть-чуть поднапрячь Гренджер, но ничем это хорошим не закончилось. По крайней мере, не забрал он баф. Гренджер вроде бы с 2 бафами. Также Ланселот очень сильно продамажила Бенедетта. В итоге нету каких-то возможностей забирать черепаху Альтер-Эго. В итоге просто спокойненько уходит черепашка в копилку бигетронов. А я напоминаю, Горд еще в пике до сих пор. То есть там не взяли какого-нибудь... Фашу или еще что-то имбалансное, чтобы выигрывать. А там Горд, там просто Горд душит. Душнилова от Горда заказывали. На боте, видим, уже падает Т3 от Алисы против Клауда. Видим, на миде, слева от мида начинается у нас файт. Лоу хп, точнее пол хп Уранус. Ангела уже с ультой, щиток 20 секунд еще КД. На боте она его прожимала, там все равно не помогло. Умер Клауд. Ланселота продамажили. Не особо там, конечно, удачный был файт. Видим, что Ланс летает у нас по Горду, но дамаг у Гренджера просто уже катастрофический. Вот такого отыгрыша хотелось бы видеть где-то минуты 2 назад, потому что сейчас уже у Гренджера 9, а у Ланселота 8 всего лишь. Причем это Ангела ультанула, и Ланс тут выжил. И не было бы Ангела, Ланс бы тут просто умер. Так, лоу хп у нас тут Уранус вынужден прожимать флик. Щиток Ангелы явно тут было зря, но там могла какая-нибудь плюшка залететь, поэтому на верочку сыграла Ангела. Нет к ней вопросов. Так, а вот тут уже могут быть большие проблемы Уранус, потому что флика нету, щита нету, минус Уранус. Могут продолжить, я считаю, бигетроны, потому что пока что перефарм за ними. 3000, видим, что у Ланселота пол хп, Ланселот просто продамаживается непонятно как. Алиса тут как тут, фликера цепа, точнее рут со второго скилла, почти умирает у нас тут Люнокс. Лоу хп Ланселот не может также контестить он этот синий баф уже. Ланселот, конечно, в данной карточке прям загнобили очень жестко. Плюс ему чуть-чуть в начале не повезло, было бы полегче, я думаю. 8 секунд, черепаха. Она, скорее всего, будет стопроцентно отходить команде бигетронов. Опять на лоу хп гоняет Ланселот. Бакси также продамаженный, но у него все в порядке, потому что он под ультом. Сейчас просто на базу отправится, и все у него хорошо. Почти 11 левел на Гренке, 8 левел на Лансе. Пока что непонятно, как Ланселот будет возвращаться в данный гейм. 4000 у нас преимущество на Гренке плюс Горде. Морально сдавили пиком Горда. Ну, возможно. Опять минус Ланселот, погоня дальше продолжается по Уранусу, щиток от Ангелы, лоу хп все же выживает у нас Уранус, нету маны у Алисы, должна она тэпаться на базу, на топе видим Клауд 020 с 10 левелом почти против Бенни, пока что вообще ничего не может ей сказать или продамажить, поэтому спокойненько тут живет Бенедетта, влетает у нас Клауд софлика по... Гренки, чуть-чуть дамага не хватает по Гренке, в итоге Горд просто спамит ТПшечку в лицо Клауду, и это минус Клауд, и это единственная попыточка была вернуться у Альтер-Эго в данную игру, ладно, еще может быть какую-нибудь другую придумают попытку, но данная попытка была прям очень-очень красиво, если бы Клауд убивал. Ну, скорее всего, тут Клауд в любом случае умирал даже после килла Гренки, потому что у Горда миллиард урона. Также Клауд, по-моему, под Тауэром там дрался, поэтому такое. Скорее всего, Клауд бы там умирал. Два предмета видим на Клауде, поэтому он решил так сделать. Два предмета также на Гренке. Зеленку он собирает, почти дособирает скоро. У Ланселота ББ вообще даже не пахнет. Бакси с Бастионом. Зимний на Горде. Антихил также на нем. Ну и в итоге это Горд, кстати, не дамаг, а просто... саппорт максимальный, то есть с антихилом. Сейчас замедло вроде бы собирает. Видим, Бастион также на Ангеле. У Рамоса большие проблемы тут могут быть, но там еще Ангел. Ангела все-таки решилась селить в Клауда. Ну какой плохой выбор по Баксию играть у Клауда, просто ужасно. И в итоге тут Алиса продамаживает и Урануса, и Ланселота. В итоге ульта Клауда еще и в никуда. На топе, видим, уже нету Т2. Также там Беня еще идет в мид пушить Т2 на миде. По Клауду продолжается у нас игра. Бакси его сейчас соло схавает, просто сожрет. Флика у Алисы 8 секунд еще нету. Кстати, игра по Клауду. Минус Клауд тут должен быть, потому что нету Ангела ультимейта. Лоу хп Клауд, ульта от Бенни. Может ли убить он тут? Нет, чуть-чуть не повезло. У Клауда откатилась манки. В итоге выживает он. Видим, что лорда уже формирует Горд плюс Гренджер. 6400 преимущество за Бигетронами. Плюс 1500. Кстати, не забирают лорда. Видимо, отказались от этого решения, но вот со второй попыточки навались. Да, со второй попыточки начинают все-таки бить лорда. Уранус идет чекать, сколько же там хп. 10 тысяч хп там уже. Ланселот просто летит на этого лорда. Засмачивает все-таки Гренджер. Ланселот лоу хп. Бенедетта лоу хп уходит. Ланс не уходит, его добивает Гренка. Лоу хп Уранус, по нему идет игра от Гренки минус он. Также идет игра по Ангеле. И Лас Челикс залетает. Клауд, у него нету просто... такого деф-потенциала, и в итоге маньяк на Гренке. И будет ли Сэвэдж? Вот в чем вопрос, затаился в воздухе такой вопрос. Видим, что там пытаются Люнокс какой-то килл найти, но, напоминаю, 5 в 1 просто абсолютно никак не дефается. 4 секунды Ланселота, Ангела встают, но тут уже минус Люнокс, тут уже патроны просто начинают играть. Пол хп Тауэр, Ланселот играет по крипам, но уже просто Тауэр падает. Поэтому 2-0 для Бигетронов, поздравляем их. Молодцы они, конечно, с Гордецким нереальным задушили. Делия Мерфи, они там, уф, это что за знаки, да? Привет. Текс. Ну, менее радостный, конечно, Альтер-Эго. Чего бы, да, 2-0 слить против Горда. Но я бы не сказал прям, что Горд тут что-то нереальное показывал. Все-таки тут, ну, если прям проанализировать, неудачный врыв на старте от Ланселота по Гренке, там что-то на топе, по Бенедетте, в итоге минус Ланс там был. Еще до этого, если вспомнить, то у Урануса не было флика, у Ангелы уже щита не было, то есть тоже небольшой такой минус. В итоге все эти минусы чуть по чуть копятся, и все выливается к тому, что на старте нету реализации какой-то, а Горд с предметами, ну, уже хоть какой-то дамаг, даже при том, что это вот такие долбанные предметы на Горда, то есть это абсолютно не дамажащие предметы, но даже при этом уже Горд начинает импакт носить, и каточка выигрывается. Ну, я бы не сказал, что прям Горд тут очень много импакта зарешал, но когда Клауд, например, залетел по Гренке, там прям неплохо сыграл Горд и добил Клауда. Вот. По билдам антифиз собирал Гренка, мимолетку Ангела, антихила не было, жезл, часы на Люнокс. Кстати, файт на лорде был даже без Люнокс. Full деф Уранус, Ланселот ББХу так и не дособирал, решил в КСМ пойти. Гренка, видим, огромное количество дамага. Бакси также деф с Басиком, это все видели. Кристаллик на Алисе, зимний на Горде, плюс антихил, плюс зимний сейчас почти дособирался. Зеленка на Бенедетте, в принципе, все стандартно. Ну что ж, переходим к следующей нереальной каточке. А перед этим посмотрим на положение в... индонезийском МПЛе, то есть на данную секунду занимали первую позицию Эвосы, вторую Оники, третью РРК, четвертую Бигетроны и пятую Альтер-Эго, Генфликсы шестую, Гики седьмую, Аура Файра со счетом 0-12 восьмую позицию. Напоминаю, что у РРК на одну игру меньше, чем у Бигетронов, потому что в сумме у них 12 игр, а у этих челиксов 13 целых игр, да, деп. Соответственно, вот как раз именно сейчас будет играть РРК против Генфликсов. У Генфликсов вообще 11 игр аж, а должно быть 13. Соответственно, если сейчас выигрывают РРК, то они становятся в первую строчку, потому что у них будет счет 9-4, а не зависимо от того, кто вот тут выиграет, они будут вторыми и третьими местами, потому что у них игр тупо будет меньше. Соответственно, одну игру проведут в следующие выходные Оники и Эвосы, точнее, даже по две должны сыграть. Я уже сказал, что Эвосы 2 точно сыграют в следующие выхи, а РРК только одну сыграют, соответственно, Оники тоже 2 должны сыграть. И по играм у них будет уже равное количество, и тогда явный фаворит определится среди вот этой нереальной троицы. Непонятно, кто топ-1, деп. Вот. Сюзанна говорит, что годом. Че за хуйня? Текс. Переходим непосредственно как раз таки к игре РРК Генфликсов. Перед этим попрошу каждого поставить лайк и поддержать данную трансляцию. Скоро на всех ру серверах Горд на ФП, Д. Так, полетели. Генфликсы пикают у нас Алису, Сильвану, Кагуру, Бруно плюс Рафаэль, знаменитая стратка. А РРК более скромнее: Пополь, Хилос, Чанне, Гренка плюс Пакет. Почему более скромнее? Потому что Чанне, Хилос плюс Пополь менее пикабельные персонажи, и их гораздо реже видно на хоть данном МПЛ, хоть у нас на Рашке, в турнирах МПЛ, к примеру, сейчас российском, хоть в просто ранкете. Не часто увидишь ни Хилоса, ни Пополя. На миде у нас, видим, стоит Гренджер, Пополь, Хилос против, по-моему, Рафы, Бруно и Сильваны, да, все так. На топе будет у нас противостоять Кагуре, Чанка, а на боте Пакет против Алисы. Конечно, Алисе там просто максимально не позавидуешь. Так, небольшая пауза, все, стартует игра у нас опять. Хилище у нас отходит Гренджером спокойненько, почему-то не стали, почему-то там против Хилоса драться, такое все решение, конечно. На топе у нас будет Кага против Чанки, там полностью от того, кто как раскликается, потому что у Кагуры флеймшот, а у Чанны очищение. Там, если плохо прожать очищ, то габельное. Видим, что Хилос уже пол хп продамажил Рафаэль, также продолжает напрягать Генфликсов на синем бафе. Уже синий забрал, кстати, Бруно. Красный добирает сейчас Гренджер, пойдет также на синий, а Бруно на красный. На боте будет Пакет против Алисы. Довольно неприятно очень будет Алисе, потому что это просто габельная. РУМПЛ, где можем посмотреть, у Белки вроде бы. Видим, что напряжение на бафе, уже Хилос у нас умирает, но за это Пакет разменивает Рафаэльку. Лоу хп у нас остается Бруно, по-моему, Гренджер по нему попал третьей ультой, еле-еле выжил там Бруно, конечно, нечем было его абсолютно добивать там, но все же он выживает. Видим, что Алиса забайтилась на Пакета, флик она прожимает, но умирает она от Гренки плюс Пополя. В итоге у Пакета была казнь, но он ее прожал там в Рафаэль и просто подбайтил Алису, чтобы она отдала тут флик, и ее убил его Гренджер. Черепаху у нас уже резнулась, 400 голды уже за РРК. Отвела у нас черепаху Рафаэль к себе поближе, чтобы не убили супер быстро ее Гренджер, Пополь плюс Хилос. Кстати, неплохая строта Пополя плюс Хилоса. Старт за счет того, что Хилос довольно очень силен, а у Пополя наоборот очень слабенький. За счет четверки на черепахе у Пополя камбэкается то плохое начало. Ну плюс за счет того, что Хилос довольно силен в начале. И в итоге вот что получается. Просто забирается у нас черепаха на Гренку. Почти 6-й левел на нем. 4-й левел на Бруниче. прям на 2 левела уже отстает от Альберта Боттл на Бруниче. У нас с Афлика залетает Хилос по Бруну стан, но все-таки забирает, кстати, кто? Синий, по-моему, Хилос забирает синий. Лоу хп остается Рафаэль после всех этих разменов, ультов от Гренджа. Вот. Почему именно Рафа Бруно с другими АДК не сильна связка? Потому что у Бруно на старте огромное количество дамага, поэтому вот так вот. Ну, к примеру, это будет Клауд какой-нибудь. Так, у нас тут начинается файт, подлавливают Брунич Пакет и почти Хилос, но Хилоса там вообще не было. Просто продамажил его Пакет, в итоге вынужден Брунич с базы стартовать опять, потому что до этого он с базы уже шел. 7-й левел с половиной на Гренке, до сих пор 4-й на Бруниче. У Гренки просто все шикарно, максимально. Что не сказать про Бруно, максимально все хреново у Брунича, потому что Бруно берется как раз таки для старта. Также для старта была взята Сильвана с Рафой, чтобы просто у Бруно максимально все хорошо было. В итоге старт не реализован. 8-й левел уже на Гренке. 3 левела сохраняется преимущество за Альбертычем. 20 секунд до черепахи, 3К преимущество уже на карте за РРК. Чанне какой левел 6, у Каги тоже 6, но, кстати, Чанне 7 почти, но это за счет черепахи, плюс там пару крипчиков, по идее. Инвейдит уже за вышечку Чанне, кто бы мог подумать. Ну, тут я Хилос, конечно, саппортит неплохо. Алиса там что-то скипала, в итоге Пакет ее немножко прохарасил. И по итогу Алиса может стянуться к черепахе, а вот Пакет должен вышку дефать. В итоге подлавливают Рафаэль за счет замедла Хилоса минус Рафа. По итогу будет 4 в 4 ситуация на черепахе. Но не будет ульта, кстати, ни у Чанне, ни у Гренки, ни у Пополя. Можно было бы что-то тут придумать, если бы были какие-нибудь возможности именно по дамагу. Потому что все довольно слабенько пока что по дамагу. 6-й левел всего лишь у Брунича, у Гренки уже 9. Опять же, 3 левела сохраняется разница. Ну и пока что вообще не видно отдушины, чтобы выиграть данную катку за Бруно. Прям овер сложно будет это сделать. Кстати, вот джанглер РРК против джанглера Боттл. Генфликсов показывается нам. Видим, что уже на боте 4 игрока РРК будут пытаться поддушивать Алису. 100% у них это получится, просто потому что там Хилос залетает под вышку на ультимейте. Видим, что Алиса уже там из всех сил улетучивается, но Гренджер еще есть ульта. Лоу хп Алиса, доберут или ее тут? Скорее всего, да, потому что у Пополя... Кстати, у Пополя, да, есть ульта, минус Пополь флик, но Алиса догрызаться должна. Нет, чуть-чуть не рассчитали РРК. Если бы заранее, скорее всего, Пополь там в Алису кидал стан, когда там Гренка ее замедлял, может быть, и убили бы ее. Потому что, когда Алиса уже добежала до Рафы, в итоге там просто выхилил Раф и не убили ее. Видим, что на миде почти запушил Гренджер Тавер. На боте также за счет того, что гоняли Алису, Пакет запушил Тавер. Также продолжается прессинг Алисы до сих пор. С Афлика стан моменталочка по Алисе от Хилоса. Добирать должен у нас тут Гренджер. Смайтит, замедляет. Также тычечка полетела, и все хорошо у них. На миде 3 в 2. Дефается пак. Даже 4 в 2. Просто 4-й Кагура подтягивала слишком поздно. Поэтому это, по сути, было 2 в 4. Но, опять же, Чанне задефала просто ультой. И все хорошо на миде. А на топе, кстати, запушил Пакет линию, за счет чего где-то один крип плюс там пару секунд выиграл Пакет, потому что он запушил и может сместиться и занять вот эти кусты, которые он как раз и занял. Видим, что черепаха резнулась. Гренджер синего должен сейчас направляться на нее и спокойненько забирать. Видимо, уже от нечего делать, можно и так сказать. Ну или хоть какой-то отчаянности, потому что нужно как-то реализовывать Сильвану. Влетает Сильвана, сразу же ее забрали. Влетает у нас Алиса по Пополю. Добирают, кстати, Пополя довольно легко. За это время забрал у нас Гренка черепаху. Также заберет тут Алису. Влет от Кагуры. Хилос еще продолжает жить. Просто максимально жирное мясо. Гренджер летает по Каге. Делает еще один килл для себя. 12 левел против 9 на Бруниче. До сих пор сохраняется 3 левела, как обычно. На топе у нас, как обычно, пакет успел запушить, а Каги даже нету. Соответственно, под топ опять выигран за R7 на пакете. Ну, в принципе, это бесшансовое противостояние. Пакет против Алисы или пакет против Каги. Ну, пакет против Алисы, там Алиса может еще дефаться там всякими шарами своими из-под тауэра. Поэтому там сделано было 2-3 ганга. Минусанулась она, зафармилась, сколько тут у нас, 8000 перефарма уже. И билды на ваших экранах. Гренджер уже собирает ББ, бот также уже будет подпушиваться. 10 тысяч скоро преимущество будет. И пока что очень прям жестко от РРК. Кто подтягивается, всем приятного просмотра. Третья каточка будет Эвосы против Оников. Топ-1 против топ-2 к вот этому моменту. Ну, кстати, когда уже РРК выиграли Генфликсов, там уже топ-1 были РРК и сместили. Но на тот момент, когда все это было заанонсировано, топ-1 были Эвосы, топ-2 Оники, соответственно, матч топ-1 против топ-2. Ой, подлавливают нас очень хорошо тут Кагура Пополя, минус Пополь в одночасье, ульта Чанне заливается, также Гренджер заливает ульту, ульта Хилоса, по ней бежит у нас Гренджер, но пока что не видит никакой реализации. Пакет у нас в кустиках, хочет что-то найти, пока ничего не получается, потому что максимально с его вот тут Рафа прочекивает все кустики и пока без скиллов. 8000 преимущества пока что. Должно было быть 10, но там чуть-чуть неудачно Пополь подставился. В итоге минус 1 для команды Генфликса. Плюс не могут как-то навязать файт, реализовать преимущество РРК. Соответственно, 8К также и сохранилось. Видим, на топе пытается подпушить Алиса. Все это дело видит также РРК. Пакет уже отправляется туда. Лорд встал уже. Кстати, подлавливают они тут пакета, Алиса плюс Сильвана. Может умереть он тут, потому что Боттл плюс Раф также тут. Также Кагура тут, но тавер на топе точно упадет. За это у нас умирает Лорд. Лорд будет быстрым, потому что уже вот-вот он должен вставать. А R7 на пакете не будет аж 20 секунд. 4 в 5 должен будет файт. Подлавливает Гренджер, кстати, тут очень хорошо Рафаэль. Минус Рафа. Ну, кстати, 4 в 4. Молодец. Альбертик находит для себя отличный плюс. Плюс один игрок. Ну, плюс один имеется в виду то, что они уже заблаговременно были 4 в 5. Поэтому я плюс один имею в виду, потому что минусанулась Рафа перед лордом. Кстати, пакет встал, и, возможно, он даже успеет. Если бы вот этот пак не пушили, то он бы 100% успевал к лорду. Где дедушка Лимон? Лимон пока отдыхает. Дает новым лицам покатать. Так, видим, у нас лорд фулловый. И продолжается игра. Кагура ультимейт фликер сразу прожимает Пополь. Все живые пока что. Пополь разве что собака умерла. И ее только жалко. Мид тауэр у нас падает. Топ также идет у нас Альберт уже грызть. Минус топ 100% будет. 9К преимущество за РРК. Также синий баф сейчас заберет. И, возможно, будут заходить куда-нибудь. Потому что ульта у Чанне, ульта у пакета есть. Все спылы есть. Ульта Чанне уже заливается по Алисе плюс Сильване. Гренджер немного неудачный ультимейт. Соответственно, должны чуть-чуть отступать. Потому что нет ульта ни у Чанки, ни у Гренджа. А это единственные ульты ренджовые. Разве что у Пополя еще есть ренджовый ульт. Но решают все-таки отойти РРК. После того, как добрали все Т2 с первым лордом. Молодцы. Забирает у нас Чанне красный свой, потому что красный у противника будет забирать Гренджер. Соответственно, лучше пусть еще какой-нибудь персонаж будет с красным. РРК считают. На боте, если сейчас запалится Алиса, скорее всего, ее будет моментально уничтожать. Красный на боте уже появляется. Гренджер хочет его себе. Ульта Хилоса врывается он через флик. Ульта Гренки также залетает. Кагура лоу хп. Ульта Чанки заливается по Рафе. Рафа лоу хп. Еле-еле живой Брунич убегает. На миде крипов не досмотрели Генфликсы. Пол хп таура потеряли, даже больше. И в итоге вот что происходит. Скорее всего, инфа была у Генфликса, что на топе залила Чанка ульт по красному, поэтому так хотели сильно этот красный баф, но в итоге вот чем это все вылилось. 5 в 2, Сильвана тэпнулась 5 в 3. Ульта Чанки по Бруничу. Еле-еле живой у нас тут Бруно. Также очень лоухповая Сильвана. Должна тут погибать, но фликер поджимается вовремя и уходит она. Еще один пак по боту. У Пополя, к сожалению, собака умирает. 60 секунд у лорда. Синий ресается. Вынуждены бэкаться РРК, потому что собаки нету. Также у Чанки ульта нету. Соответственно, лучше просто отойти, пофармить еще больше и в итоге выйти большее преимущество. Билды на ваших экранах. Алиса с книгой за медлом часами. Лед на Сильване. Кагура без антихила. Очень странно против Хилос, Пакета плюс Гренджер с ББХой. Кстати, Гренджер еще и с критами. Еще и сейчас, по-моему, собирает он проникновение. Гренджер прям максимально фулл дамаг. Пополь шел у нас с антихилом, с жрутом тоже максимально непонятно, почему жрут. Ну, разве что по Алисе там миллиарды дамажить, да? Куски отрывать. Но, по-моему, какой-нибудь пояс был бы гораздо профитнее на него. Также антихил можно подметить фулловый, причем на пакете. Чанне без антихила, кстати. Фулл дамаг, даже без замедла. Решает, что лучше фулл дамаг лететь. Кто-нибудь может объяснить, почему нужно крипстопить? Ой, влетает у нас по четверым тут Алиса. Зимний жезл у нее есть, но дамага у Гренки просто миллиард. Также за ней залетает Сильвана, умирает. Лохпа остается Попа, еще живет он. Набирать его все-таки Кагура. За это все время убили Бруднич, Пакет с Гренкой вроде бы. Также должна тут минусоваться Рафаэль. Умирает она уже. Не должны отпускать, по идее, тут Кагу, потому что ну, просто абсолютно невозможно тут уйти от троих игроков РРК, разве что попытаться как-то убить Гренджа можно было, но опять же 20 секунд не будет Раф, 10 до Сильваны и 15 до Алисы, а пакет на R7 уже вам пушит трон, поэтому габельная от РРК. Поздравляем их с победой, 17-6 счет, довольно уверенная победа за РРК. Переходим к билдам. Кагура, опять же, можно подметить, что без антихила. Рафа также без антихила была щитом Афин, но она вынуждена была его собирать, потому что там фулл дамаг Чанка пошла. Кстати, Ланселотом она собрала все-таки за медлом. Пакет, видим, с антихилом также уже подмечали. У остальных, по сути, ничего не поменялось в билде. Разве что можно выделить басик Хилоса, басик Рафаэль, антихил у Сильваны. И Брунича, который с 3 слотами был. И тут зеленка, либо проникновение собиралось. 17-6, 14-47 минут длилась данная карточка. Максимально уверенная победа РРК. Поэтому сразу же не будем тянуть кота за хвост. И переходим к следующей карточке. Пик РРК на ваших экранах. Пакет, Гренджер, Эсмеральда, Хилос плюс Люнокс против Генфликсового пика Валир, Бейн, Бенедетта, Пополь плюс Чу. Все чаще и чаще, кстати, видим Пополя в пике. Ну, посмотрим, как реализуют данного персонажа Генфликс. РРК видели, что прям максимально жестко его реализовали. Там эти станы без конца максимально неприятный. И опять за счет Хилоса будет выигрываться мид на РРК. Также, скорее всего, будет забираться хилище и сразу же. Кстати, Валир был как раз для этого и взят, чтобы Хилоса отгонять. Спасибо. Пожалуйста, большое спасибо за донейшн. Поэтому смотрим далее. Саддан норм потаунтили. Ну, непонятно, кстати, почему сейчас не потаунтили, ну да ладно. Видим, что Бенедетта будет у Генфликса в миде, а у РРК все так же Альбертыч на Гренке, также все пакет на R7 и Хилос на Вуне, разве что поменялся саппорт, это Люнокс на Психо и Эсмеральда на Скайларе. В прошлой катке я даже не помню, на чем он был. На чем был в прошлый Скайлар? Вот в чем вопрос. Но не суть. 40 секунд до черепахи. Эсмеральда на боте продамаживает, видим, у нас Бейна. Уже идет скипить за тавер. Пополь раскидывает свои метки, которые Хилос, кстати, подбирает. У нас Хилос опять со фликом играет. Не с хилкой, как привыкли мы видеть с вами на российском регионе, скажем так. Да и на европейском. Уже врывается, продамаживает Хилоса Валир. Пополь продлевает стан, меньше чем пол хп у Хилоса. Кстати, игра сейчас по Люнокс могла бы быть. Она даже более профитнее была, чем по Хилосу. Ну да ладно, так тоже пойдет. В итоге Хилос вынужден тэпнуться на базу. К черепахе, по идее, у Пополя должен быть 4-й левел. Также Люнокс апнет 4-ку к черепахе. Альберт, видим, 4-й. Беня также 4-й левел. Кстати, непонятно, зачем сейчас забирает Бенедетта левел у Пополя. Еле-еле Пополь апнул тут левел. Конечно, опасно было. Если бы он тут был 3-м, было бы довольно неприятно. Видит, уже врывается по Хилосу Пополь. Также Бенедетта должна была врываться, но пакет ее станет. В итоге Гренджер ультимейт, пакет ультимейт, с афлика вылетают у нас Люнокс с ультимейта, лоу хп остается Пополь с Валиром. Играют дальше по чухану. Кстати, Люнокс тут добирает у нас пакет с Валиром. Дотыкали, доплевали. Видим плевок ульта от Бейна, лоу хп остается Скайлар на Эсмеральде. Пока что живет, кстати, и отходит спокойненько. Даже очищение не пришлось прожимать. Черепаха уходит Гренджеру. Опять, кстати, чуть-чуть неудачные врывы какие-то от Бенедетты. Опять эти неудачные врывы от мидера. Как и в той катке Альтер-Эго против Бигетронов. Там, где против Горда чуть-чуть не везло Силибою. Так и тут чуть-чуть не везет Бенедетте. Она только летит на этого Хилоса. Там уже пакет ее встречает. Ультимейт Таша. Плюс еще туда заливает ульт Гренка. И в итоге затаймил и продамажил ее. Видим, уже играют по пакету. Лоу хп остается он. Бейн должна его тут по-любому забирать. Пакет, кстати, прожал первый, хотя мог ульту. Гренджер ультует в ответ. Хилос также ультимейт. Лоу хп остается Валир. Точно умирает он тут. Бейн все-таки должна выживать, хотел сказать я. Но с афлика залетает Хилос. Моментальный стан. Моментальный первый скилл от Гренки. Минус Бенедетта. 7-й левел уже Гренджер. Выигрывает ее на 1 левел. 1000 преимущество за РРК. Ну, им пока что максимально уверенно держатся. Также топ подпушивают и плюс еще голда. Скайлар на Чанне был точно. Фулл дамаг Чанне, вспомнил. Ну, а сейчас он просто поддушивает максимально этого нереального Бейна, который плюется у нас тут в монетку и забирают ее. Кстати, спасибо за донат. Приятно. Также можете поставить лайк, если вам нравится трансляция данная. Пошел нахуй со своей собакой. Так, продолжаем трансум. К сожалению, донатов последующих вы не увидите, но что поделать, раз таки долбоеб существует. Так, игра по черепахе. Черепаху забирает опять же Гренджер с майтом. Игра по R7 на пакете. Очень долго он живет тут. Столько долго не живет у нас Чу. Он умирает от Альберта, по-моему. Альберт килл забирает. У нас тут уже 9-й левел против 7-го левела на Бенедетте. 2 левела преимущества за Гренкой. Также сейчас будет бот падать. Хильщик также уходит в команде РРК. Вот. Видим, на миде там Пополь с Валиром пытаются додушить как-то Люнокс. Пока не получается у них это. Довольно неплохо живет Психо на ней. Под топ смещаются 3 игрока Генфликсов. Пока еще живет у нас Вун. Вынужден тэпаться. 3000 преимущества за РРК. При том, что счет всего лишь 4-2 на карте. Под бот смещаются 3 игрока Генфликсов. У Скайлара на Эсме, по идее, будут быть проблемы. Пока что их не намечается. Вроде как. У него есть даже очищ. Там 1 крип. Плюс вроде как Гренка с Хилосом тоже смещаются на бот. Но, кстати, Тавр-то уже почти запушили. И вот Хилл залетает. Бенедетта ульта вроде бы живет. Все фуловые у Генфликсов. И пока что не видно, как будет реализовываться этот файт в пользу РРК. Разве что флик у Хилоса был, и если продолжили агрессировать геймфликсы, то Хилос флик, Гренджер за счет перефарма бы кого-нибудь тут добирал. Но нет, все просто отошли. 10 секунд до черепахи, поэтому все к ней смещаются. 5 игроков РРК уже на ней. Чу будет скипать бот и забирать этот лоу хп тауэр. Ну, там уже и так лоу хп тауэр, поэтому такое себе. Влетает у нас Эсмеральда по Пополю неудачно. Пополь моментально ульта, пол хп уже у черепахи. Пакет играет по Пополю. Пополь вынужден прожать фликер. Играют у нас Хило с Гренкой по Валиру. Валир тут уже не должен уходить, кстати, от Хилос. Чу смещается. В итоге он умирает от Гренджера. 4-й килл на нем. 4 в 5 ситуация. В итоге по карте черепаха уходит к РРК. 4000 с половиной скоро будет преимущество на стороне РРК. Также мид должны допушиваться. В мид будет кидать ульту, скорее всего, Бейн. Также плевать. Ну, хотя, кстати, не плюнул, скорее всего, не захотел просто умирать, и все хорошо у него. Ультимейт Валир, ультимейт Пополь, ультимейт Люнокс, пока что все хорошо у нее, вроде бы еще живет, закрывает ее также Хилос, и уходит на базу Люнокс. Видим, что под красным Гренки там находится у нас Бенедетта, все это дело пакет видит. Но все-таки забирает у нас красный, кстати, Бенедетта. Кстати, она 11-й, Гренка также 11-й левел. Выкарабкался из данной ужасной, просто максимальной ситуации ботл на Бене и выформил себе обратно те два левела, на которые он вставал. Видим, что коса собирается, точнее серп на Гренке, минус Чу на топе, также тауэр должен падать, зеркально падает на боте тауэр у РРК, Бенедетта плюс Валир должны додушить, по идее. Тут у нас Пополь залетает по Люне, что-то как-то команда не захотела все это дело поддерживать, пол хп на топе падает у Тавр Генфликсов, кстати, и даже больше, чем пол хп, даже упадет Тавр. Я считаю, если они так агрессивно на боте хотели Т2 забирать, то должны были уже прям, ну, улынить, потому что на топе у них Т1 упал целый. Поэтому не особо повезло. Что азиатские киберспортсмены держат в руках во время пиков, это просто грелка, типа как горчишник, знаете, может кто в детстве там в ноги, в носки клали кому горчишники, вот это по сути горчишник, там в Азии очень жарко, а в местах, где они играют, то есть на аренах, там везде кондеи работают просто на миллиард максимумов, и соответственно там довольно холодно на этих аренах. И челики просто юзают вот этот горчичник, чтобы хоть как-то тепло, ну, тепло давать своим рукам. На боте, видим, пакет загулял, лорд уже апнулся. За это время могли, кстати, забирать у нас РРК этого лорда. Билды также на ваших экранах. Эсмеральда с пером, 3 слотами в дамаг. 4 в 5 ситуация, 5-300 преимущество за РРК. Может, такие, чтобы руки не вспотели. Чтобы руки не вспотели, там просто таль такая, типа муки. Пока я это вам объясняю, тут какие-то нереальные киллы происходят. Добивают у нас Бенедетту, Люнокс плюс Эсма, плюс Хилос вроде как. Пытался у нас Гренджер добить тут Валира, но он на флике уходит. И в итоге все у него хорошо. 5000 преимущества продолжается за РРК. Лорда уже должны начинать, потому что 5 в 4 наконец-таки в пользу РРК ситуация. Пополь вгрызается у нас в Хилос также с Бейном, но там вроде как вообще абсолютно не до того, чтобы пробить Хилоса. 14 левел, кстати, на Гренджере, 12 на Бене. Возвращает свои 2 левела преимущества Альберт. И все хорошо у него и его команды. Кстати, можно сделать вывод, что РРК ждут 12-й минуты. Непонятно, почему они не захотели бить первого лорда. Потому что вроде как дефать особо нечем. Там разве что Бейн плюс Бенедетта. Но на это все дело Хилос просто ставит ультимейт, по которому пакет и Хилос просто бегут вперед. И того же Бейна просто грызут. Ну и кто там в дальней линии. То есть это всякие Валиры, Пополи. Не дают им играть. скажем так. И во все это дело еще Гренджер может утонуть. Там Люнокс со светлой. Кстати, 10 тысяч хп, 11.30 на экране. Бейн залетает у нас по этому лорду, все-таки смайтит его Гренджер. Минус Бейн тут 100% будет. Также умирает у нас Валир. Также идет игра от Смиральды по Бенедетте. Лоу хп Бенедетта у нас все-таки на одном хп там выживет. Могут ли убить тут Пополя? Кстати, большие проблемки у него. Но фликер он отдает и выживает. В итоге есть ситуация 3 в 5 в пользу РРК. Также лорд за ними. Лорд не кастующий. 7000 преимущества также на экране. Мидс Т2 уже падает. Чу у нас зачем-то пошел болт сплитить. При том, то, что нужно сейвить данную карту хоть каким-то образом. Ну, разве что там Бенни сейчас будет в мид ультовать. Но Бенни уже просто улетучивается. Потому что фул темную она получает от Люнокс. Минус Бенни. А в живых остается только Пополь плюс Валир плюс Чу. Пока я это все говорил, Валиру уже не осталось. Также умирает у нас Пополь. Чу выпинывает гренку, но тут что-то ничем и не пахнет. Но Хилос все это дело танчил. В итоге Хилос умер. И вот он самый тот таун, хотел я сказать. Но они что-то не начали бегать вокруг фонтана. Но ничего страшного. 2-0. Супер уверенная игра от РРК. Становятся они топ-1 в МПЛ индонезийском. В своей лиге сильнейший в данный момент. Thank you, Абдуллахи Сейд. Вот нам в чатике еще информируют, что если на следующей неделе РРК выиграют эвоссов, то они пойдут в upper bracket, а если проигрывают, то в lower bracket. Кстати, следующая неделя, значит, последняя неделя, когда будут играться именно игры в лиге, и уже будут сами непосредственно верхняя сетка, нижняя сетка и после этого финалы. Смотрим на билды. Гренджер видим фулл дамаг с Кирасы. Зеленку он, скорее всего, сейчас собирал. Не думаю, что это проникновение. Зеленку не дособирала Бенедетта. Дефа вообще абсолютно нету. Понятно, почему он умирал от Люнокс. Люнокс с жезлом молнии, а не с проникновением, кстати. Плюс у нее зимний против Бейна, чтобы, если что, там зимний прожатие, все хорошо у него было. Бейн 4 слота, сейчас собирал, скорее всего, проникновение. У остальных все стандартненько, разве что Валир мог зимний собирать, а не антихил. Но антихил тоже приемлемо, поэтому переходим к следующей катке. Кстати, Пополь собирал у нас пояс. Следующая катка Оники против эвоссов, топ-2 против топ-3, потому что РРК выигрывают данное противостояние. А вот и они. Нереальная каточка. Перед этой каточкой попрошу всех прожать лайк, потому что я гарантирую, что данная катка вам понравится. Данный матч. Сау, ты дай коды мучишь, красава. Да, мучу. Да, я красава. Спасибо, спасибо. Приятного просмотра тебе. Оники пикают у нас Селена, Пакет, Гренджер, Люнокс плюс Бакси. От эвоссов Бруно, Рафа, Грок, Фаша плюс Эсмеральда. Ну и в миде будет стоять очевидно, что Грок, Рафа плюс Брунич против Вселенной, Гренджа и, скорее всего, Бакси. Потому что SW все-таки сайдлайнер, поэтому, скорее всего, я угадал. И сейчас мы будем наблюдать именно то, что я сказал на миде. Ну, уже, видимо, у эвоссов, что так и будет. На боте будет стоять Фаша против Люнокс, насколько я вижу, а на... Точнее, наоборот, на топе, а на боте будет стоять Эсма против Бакси. И сходу залетаем в паузу техническую, но у меня есть кнопочка, которая все это дело контрит. Представьте, если бы мы все это смотрели в прямом эфире и ждали все эти нереальные технические паузы. Мне бы было неприятно. Например, не знаю, как вам. Итак, полетели. С меда начинает команда эвоссов, у них Рафаэль, они считают, что лучше им так начать. Кстати, Пакет у нас в виде танка на миде, а Бакси все-таки у нас сайдлайнер. Я рассчитывал, что Люнокс будет саппортом, а Селена танком, но решили Пакета поставить просто в танка, а Бакси спокойненько на сайд против Эсмеральды. Непонятно, с чем это связано, потому что Пакет все-таки тоже выигрывал Эсмеральду на линии после 4-го левела, но да ладно, так тоже сойдет. Видим, что уже синий забрал Гренко, свой синий забирает Бруно. Кстати, Гренко прям зачастили пикать, что-то практически в каждом пике он. Также забирает красный, уже начинает Бруно. Пока что по времени Гренджер выигрывает у Брунича, но хилищи за эвосами, соответственно, опыт будет все-таки за Бруничем, по идее. Вот. Сильно продамаживают у нас Грока. Также Рафи пришлось прожать на миде, у нас очищение. Довольно неприятно терять спел перед черепахой. А в остальном все пока что стабильно. По фарму 300 голды преимущества за РРК. Видим, что фулл ульту получил Грок. Фулл пак на миде у нас получает Гренджер. И опять почему-то пауза техническая. Ну что не так? Так, вот. Продолжается у нас игра. Кстати, уже 500 голды преимущества за эвосами. 10 секунд черепаха ресается. Бруно начинать должен уже стягиваться к ней. Селена, по-моему, попала там в Рафаэль. Неудачно, конечно, что убрали камеру, но да ладно. Примерно я вам сказал, что там было. Попадание по Бруничу. Рафа все это дело должна выхилить. 4-й у Рафаэль будет черепахи. 4-й Бакси, 4-й Гренджер. Начинается игра по черепахе. 7000 хп на ней. Бакси залетает уже в Грока. На топе делается килл по Люнокс. Хилочка от Бакси пошла. Живет, хилится Бакси. Нереально. Лоу хп у нас остается он. Все-таки его догрызает Рафаэль. За это умирает у нас Грок от Гренджера. Размен в пользу Оников. Также умирает у нас пакет на Эсмеральду. Файт продолжается 2 в 2. Рафаэль Бруно против Гренджера, против, точнее, с Селеной. Все-таки в данном файте выигрывают у нас Оники и уходят победителем также они. Но Фаша довольно моментально переворачивает данную ситуацию в свою пользу, в пользу эвосов, потому что подловила она тут Гренджера, минус Гренджер. Черепаха должна уходить Бруничу после того, как он заберет синий, но на топе у нас будет забираться чуть-чуть голды. Ну, не так страшно, как черепаха, как килл Гренджера в данной ситуации, да. 1000 хп, смайт, и Брунич забирает черепаху. Игра от Эсмеральды продолжается. Также Грок на флике ульте продолжает продамаживать Селену. Минус Селена, также добирает Бруно у нас пакета. В итоге 2 в 0 размен. Также черепаха была за ними. Люнокс там спушил. Там уже второй пак уходит просто в никуда. 2000 преимущество за эвосами пока что сохраняется. Красный не тронутый ни Гренджером, ни Бруничем. Ну, у Гренджера там были проблемки небольшие, да. Пол хп на Гроке, большие проблемы у него, потому что фликера нету. Гренджер забирает Грока тут спокойненько, довольно-таки. 2000 преимуществ все-таки сохраняется за эвосами. Хилищи за Гренджером, потом пойдет на красный. А Брунич уже пошел на красный. На боте тут 6 ЛЛ против 6 Эсма против Бакси. А на топе сейчас могут быть проблемы у Фаши, потому что там Селена может подловить Фашу, и если бы нам камеру туда отнесли, да, вот она подлавливает у нас Фашу, Фаша ультовала там, а Селена кинула стан, в итоге попадает она по Фаше, у которой флеймшот минус 1. Пол хп Брунич, Селена может тут доставить большие проблемы, big problems, скажем так. Залетает со светлой и темная, и минус Бруно тут 100% будет. Ультимейт от Рафаэль, должна умирать Люнекс, да, умирает, ультанул Грок, нету эскейпа у пакета, но некому по нему играть. В итоге минус он. Текс. Играет Гренка по Гроку. Ультимейт от него. Грок умирает в одночасье. 30 секунд до черепахи. Бот также продолжает развлекаться. Бакси с Эсмеральдой. Ни тот, ни другой пока что не могут вроде бы убить друг друга. Казни ни у Эсмы, ни у Бакси пока что я не вижу. Поэтому все довольно спокойненько. Брунич отправляется на свой синий. У антимейджа должны быть гигантские проблемы сейчас, потому что нету маны. Но успевает он за долю секунды уйти и не умереть от Гренки. Видим, что Гренка хочет поддавить бот, но на боте уже и Бруно, и Грок, и Рафаэль. Соответственно, так легко не получится бот додавить. Также Бакси решил с базы к черепахе тэпнуться. 1000 преимущества уже за эвосами всего лишь, а было 2000. Кстати, тут еле-еле выживает у нас кто? Люнокс. Повезло у нас тут Люнокс. Она прожала флик. Ну как повезло, переиграл, получается. В смысле повезло. А на боте развертывается ситуация таким образом, что черепашку забирает все-таки Гренджер. Бруно даже не подошел к ней. По Гроку играл Бакси. По Эсмеральде продолжается игра от Баксия плюс пакета. Но тут вроде как не должны ее убивать, потому что щитов слишком много. Антихила 30% пока что не хватает Баксию. В принципе, Оникам, чтобы забирать Эсмеральду. Так, стан Селена довольно кривой, не попадает по Эсме. Ну и в принципе он мог спокойно задоджить. Кстати, могут убить. Эсмеральда очищ все-таки есть. Даже не прожал очищ и выживает все-таки Эсмеральда на боте. А на топе пока что никого нету. И, кстати, будет забираться, скорее всего, топ. Зеркально отправляются оники и будут забирать, скорее всего, бот. Билды на ваших экранах. Криты тарит Брунич. У Гремки уже серп есть. Соответственно, у Гремки где-то на 800 голды больше, чем у Брунича. Тауэр на топе уже пал. Тауэр на боте также пал. Также Т2 фармится на боте уже. Смиральда пытается всеми правдами и неправдами задефать этот бот, но умирает. И, скорее всего, еще и Тауэр упадет. Ну, со вторым паком стопроцентно упадет. На топе Тауэр упал. Брунич запушил. Кстати, синий забрали у Бруно. Не видел Бруно, забирал ли там у Гренки. Так, ну тут флик от Грока довольно такое неоправданный, потому что он стопроцентно умирает. 30 секунд до черепахи, Гренджер стопроцентно успевает к нему. Бруно, кстати, не забирал синий у Гренджа, соответственно, Гренджер забрал синий у Брунича, а Бруно у Гренки не забрал. 200 голды преимущество за ониками уже. Очень интересно будет, как будут дальнейшие файты развертываться, потому что у Эвосов есть боевая головка, это Фаша, а у оников это Гренджер, который также довольно на дистанции может расстреливать своего оппонента. Видим 2 секунды до черепахи, игра по Селены, нет ультимейта у Фаши, ультимейт от Гренки по Рафаэль, но она это все дело захилит. По сути, и у Фаши, и у Гренки такие все ульты тут выдались, поэтому смотрим далее. Префарм пока что 500 голды, стоит запомнить. Ой-ой-ой, со флика залетает у нас Люнокс, сразу в светлую улетучивается. Рафаэль должна стопроцентно умирать. Играет по антимейджу, у которого лоу хп стопроцентно, также он должен тут падать. Живет еще там Бакси, просто хилится, живет, но все-таки добирают его через ульту Фаши. Гренджер забирает за все это время черепаху. В итоге размен 2 в 1, плюс черепаха еще и Гренджер. Полностью, абсолютно... размен за командой оников, потому что они забрали черепаху. Также еще и тут Бруно умер. Чуть-чуть неудачно подставился Ферксик. И Люнокс его тут добирает на SW. Почему Грок Селену не убил? Так Селена там вроде бы и не умирала никак. Так, играет у нас Гренджер по Фаше. Стан по Фаше. Как неудачно тут попадает у нас Селена по Фаше станом. Возможно, там на пол хп продамаживался. Но, скорее всего, не убил бы, конечно, его Грок там. Но фликер плюс ульта была. И хоть какая-то реализация, да, была. Так, у нас тут лоу хп баф. Грок его должен забирать. Ульта по Люне. Грок тут не должен просто так умирать. Трафа также ульту залила. Но мид падает, потому что просто нечем его дефать. Пол хп Фаша. Ультимейт по Бакси довольно неудачный. Стан по Рафе от Селены ничем пока что не заканчивается. Еще один баф забирает Гренджер у Брунича. Пока что максимально поддушивает санс своего оппонента Ферксика. Соответственно, у Эвосов. Забирают у него 2 бафа. И пока что максимально неприятно отыгрывать эту всю партейку за Брунича. Также добираются еще свои бафы Гренджером. Сейчас пойдет он на красный. Ферксик хоть какие-то лесные объекты забирает. Там зеленого крипца, крабстера на боте. Билды на ваших экранах, Гроке. Да, спасибо. Посмотрели и хватит на билды, как говорится. И очередная третья пауза у нас. Перематываем, очевидно, ее. Мы не для того созданы, чтобы на паузу смотреть, как говорится. 3000 преимущества за ониками. Ультимейт, чтобы прочекать кусты. Находит он там Грока. Соответственно, Гренджер находит там Грока. Лорд 1 секунда уже респаунится. На топе Т2 еще жив. Хотелось бы, чтобы Т2 упал. Очевидно, оникам хотелось бы. За медло у нас собирает, видим, Рафаэль. Интересно, собрал ли Грок басик. Очень хотелось бы иметь этот предмет на лорде. Также какой-нибудь физдев, там частичку от древней керасы или хоть что-то подобное, чтобы хоть чуть-чуть танчить урон Гренджера, потому что пока что не представляется возможным этого. 20 тысяч хп на лорде, все это дело чекирует у нас Грок, отводят от лорда в итоге оники. Все это дело читают Эвосы, соответственно, просто отступают. И, наконец-таки, забирают свой синий законный баф Брунич. Будут ли контестить, пока что вроде как не хотят оники контестить красный баф Брунича, но пока он будет забирать свой красный баф, возможно, заберут лорда. Смотрим. 15 тысяч хп, Грок все это дело чекирует. Брунич вроде как не успевал, но окей. Отпускают второй раз лордам. Ультимейт опять же в Грока. Грок пол хп должен направляться с базы, либо его там Рафа подхилит. Пол хп Грок. Лучше с базы все-таки отправиться. Преимущество максимально равное. Тейк. Спасибо большое, Лиспираре. Привет, мяу-мяу. И остальным, кто смотрит данный матч. Привет и приятного просмотра. Чанку или Фашу? Я за Фашу. Так, видим, что эвосы занимают у нас мид. Ультимейт по Санзу, что-то максимально мало дамага у Фаши. Непонятно, кстати, почему. Так, Бакси залетает, у него еще хилочка плюс ульта. Антимейдж с Гроком вроде как спокойненько уходят. Так, стеночка неплохая. Пол хпшный у нас Санз может чем-то тут и закончиться. Грок неплохой ультимейт, но никто по Санзу не играет. А вот у SW большие проблемы, умирает он. Лоу хпшный антимейдж, может тут он добираться. Пакет играет по Бруничу, лоу хп пакет остается, а вот Бруно падает смертью храбрых. Также должен добирать тут Смиральду, минус Эсма, лоу хп пакет с базы, Селена также лоу хп, Бакси также продамаженные с Гренджером, может быть, должны с базы, но принимается решение все-таки играть по лорду и, соответственно, забирать его. Так, Бакси тут главное не умирать от лорда, да, все это дело чекается и не умирает он. Чекаем билды, щит Афины у Гренки, вот почему так тяжело пробивается он Фашей. Ну, если точнее, вообще там не пробивается, две тычки, даже пол хп не сносит Гренджу, поэтому пока что непонятно, как убивать Гренджера. Единственная, Фаша могла его тут убивать, а он собрал против нее щит Афины, и в итоге живет, хилится парень молодой. Вот еще раз нам показывают реплей, очень хорошо тут по троим прокатился Грок. За это SW умирает, но там пакет довольно отлично сыграл по Бруничу, и его просто добирают через флик. Ну, также там хилочку поставил Бакси и еще больше пожил. Лорд по боту, лорд кастующий, довольно тяжело его будет у нас тут дефать. Синий опять, по-моему, забрал Гренджер у Брунича. Т2 на миде уже упала. На топе также падает Тавр Т2. Селена, кстати, попадает по Рафи, Гренджер ультимейт по Рафи плюс Фаши, приходится им отойти, выхилиться. На топе фри урон чуть-чуть будет получен Тавром, довольно неприятно. Фаша отдает ультимейт, чтобы задефт лорда, довольно также неприятно. Ультимейт от Грока по Люнокс очень хороший, Люнокс вынужден была зимний прожать, но Тавр на боте уже упал. Бакси пока что хилится, живет, хилку также он отдал там. На топе и на миде, по идее, не должны терять Тавра, кстати. Я не знаю, почему пока что еще не дефуют. Но в итоге лоу хп Тауэр на миде остался. Довольно неприятно, потому что могли вообще довольно бесплатно, довольно легко задефать все это дело эвосы. Ну, по крайней мере, так много не получить урона на топ и на мид. Ну, а то, что там Бакси ушел, это прям не так критично. Так, у нас видим, что у Селены, по-моему, Басик. Это прям максимально... нестандартно, впервые вижу, скажем так, на Селену Басик. Очень жестко. Сава, брат, вчера против тебя попались Мартис в лес от Рофла пик. Да, там просто по приколу Санс пикнул, захотел поиграть на Мартисе. Так, билды на ваших экранах. Видим бессмертие на Грендже. Очень интересно, чем закончится данная кульминация данного матча, первого, кстати, в противостоянии данным, ну, первая игра в данном матче, вот так скажем. Так, Брунич, видим, также щит Афин собрал против Люны, против Баксия, против Селены. Фаша с Проником собирает сейчас Кристалл, антихила пока что нету. Люнокс добирает у нас на топе, кстати, Эсмеральду, подловил хорошо он там ее. В итоге 4 в 5 должны эвосы как-то терпеть, как-то не потерять Тавра, но на миде за счет того, что лоу хп Тавра, его даже никто особо не хочет дефать. Селена попадает станом, Люнок залетает ультой, вынужден прожимать очищение Рафа. Так, Люнокс у нас прожимает зимний, пока что хилится, живет, все хорошо у нее. Топ Тавр также допушили команду Оников, 50 секунд до лорда, будут ли пытаться дожать или все-таки лучше пойти на лорда, вот в чем вопрос. Бакси говорит, вы как хотите, я с базы. Синий баф также законтрил Гренджер. Пока что вообще абсолютно Брунич прям максимально не настолько импактный, насколько Гренджер в данной катке. Но старт не сдался у эвосов прям тот, который хотелось. Но, по крайней мере, там небольшой старт получили. В итоге потом на черепахи слились. В итоге опять там, ну и вот все в таком духе. И все эти размены нереальные привели к тому, что игра довольно ровная. А в равной игре Гренко все-таки поимпактнее, чем Бруно. Ну, явно. Это те эвосы, которые выиграли М1. Да, это именно они. Так, игра идет по Эсмеральде. Вынуждена прожать у нас очищение. Гренко также ультимейт пока что прочекал все кусты. Никого там не видит. Ну, Фаш также прожал ультимейт. Гренджер, кстати, собирает у нас лесной на Д в виде, чтобы больше жить, если по нему будет играть Фаша какая-нибудь. И абсолютно у нее не будет по нему дамага. Видим 25 тысяч хп уже у лорда. Бакси с хилкой, с ультой уже врывается. У пакета, кстати, большие big problems. Лоу хп он выживает. Во все это дело залетает у нас Люна. Светлую прожимает, умирает тут Эсмеральда, потому что у нее нету очищения. За все это время забирает у нас там Гренджер лорда. 4 в 5 опять должны будут дефтс. Лорд довольно быстрый. 9 тысяч преимущества, даже 11 за Оник. И пока что непонятно, как все это дело будет дефать без целой Эсмеральды. Почему целая Эсмеральда? Потому что она целого лорда, целую линию могла дефать, да. К примеру, топ или бот. А теперь придется 4 в 5. Ну или там в лучшем раскладе убить какого-нибудь Люнокс или Гренджа даже. Но это прям максимально в лучшем раскладе. Его служение те, ну посмотрим, посмотрим. Это пока что первая игра. И даже она пока что еще не выиграна Ониками. Пол хп у лорда, 10 тысяч хп всего лишь нужно запушить. Так, играл Гренджера по Фаше. Фаш лоу хп, пакет также ультует, Люнокс также ультимейт. Все отхиливаются, лоу хп у трона. Игра по трону просто и минус фонтан. Не повезло, не фартануло. Поздравляем с заслуженной победой Оников. 1-0 в данном противостоянии. Переходим сразу к следующему противостоянию. Так, переходим. Так, билды. Видим, Грок не дособирал масочку. Очень нужна, я считаю, была она в данной каточке. У Селены, правильно я подметил, у нее было маска мужества, то есть в простонародье Басик. Также Басик собрал у нас Кибой, он танком являлся в команде Оников. 19-9 счет, за 17 минут выиграли, 17-47 если точнее, Оники выиграли боссов. Не задалась довольно-таки катка у Эсмеральды, 1-6 ее счет. По билдам еще можно что выделить. Люнокс, фулдамаг, абсолютно ничего на деф. Фаша спокойно играла, по ней снимала там по пол хп затычку, усиленную именно с жезлом молний. Также танком являлся Бакси. Максимально все в деф. Также довольно очень танкующий билд был у Гренки. Талисной на деф, щит Афин и бессмертие. Ну, Фаш все равно бы его продамаживал на фулл слотах, а на вот 4 слотах довольно тяжело было ей простреливать Гренку. Если бы, кстати, еще у Рафы был какая-нибудь палочка гения, еще больше гораздо было бы дамага по Гренке, и тогда бы его уже точно не спасал лесной на деф плюс щитофин. Как смотришь на ГСВ население третьим-четвертым предметом, такое все. Ладно. Билды на ваших экранах, кому интересно, можете поставить на паузу и еще чуть подчекировать там, что вам интересно. А мы переходим к второй катке. Оники против Эвосов. Пики на ваших экранах. Матильда, Валир, Ван Ван, Алиса плюс Лисун за Эвосами. Пакет, Бенедетта, Чанне плюс Кая и Гренко за Ониками. Очень интересные пики, опять же, без танков, абсолютно 0 танков, разве что сейчас пакет пойдет в танк, но, по-моему, я вижу пакета уже идущего на топ, бот эвосов, в роли танка будет у эвосов Матильда в данной игре, а саппортом Валир. У Оников все более скромно, всего лишь Чанэ будет саппортом на миде, а Кая будет танком. Почему более скромно? Потому что Матильда явно будет выигрывать у Каи. но за счет хила Рафа там может даже похилить. Так, на старте у нас видим, что эвосы предприняли то, что Валир будет помогать Алисе против пакета, потому что пакет просто бы не допустил к пачке ее, скорее всего. Также видим, что Валир тут прессингует чуть-чуть Гренджера. Сейчас просто игра по Кае продамаживает его. Маску, кстати, я не вижу почему-то на Валире. А хотелось бы ее видеть. Ну, видимо, я ошибся чуть-чуть. Танком все-таки роумером, который маску будет собирать, будет Валир. А Матильда будет тем, кто саппортит. И будет играть она без масочки. Всем привет. Приятного просмотра. Всем привет. Так, 100 голды преимущество, 4 левел на Гренке, 4 левел на Лисунсине, 20 секунд до черепахи, 3 игрока эвосов уже на ней. На топе видим, Гренджер хочет поддавить Ван Ван с Бенни, пока что вроде как она спокойно там все дефает, пол хпшный Валир ему бы с базы на черепаху. Так, ультимейт от Гренки пока что никуда. Почти пятый, кстати, Гренджер апнул. Также почти пятый. Ну ладно, у Гренджера именно почти пятый, а вот у Лисуна половина. Четвертый с половинкой. Так, 4 игрока эвосов, 4 игрока оников под черепахой. Наблюдаем за файтом. Синие уже респаунятся, потому что ни у Гренджера, ни у Лисуна, видим, синего нету. Пятый левел у Гренджера. У него будет смайт больше наносить, по идее, на черепахе. И должен, по идее, он смайтить это все дело. Ультимейт от Лисунсина. Отгоняют Гренджера прям максимально. 1000 хп на черепахе. В итоге вынуждены отдавать данную черепаху эвосам оники. Ну, кстати, преимущество по голде за ониками. В целых 300 голды, а стартовали со 100 голды. Видим, Бац не рассчитывал, что тут еще Валир будет антимейджу помогать. Соответственно, с Валиром просто Алиса тут убивает пакета. И у пакета пока что прям не самое лучшее начало. Видим, на топе у нас стакается Ван Ван. Чуть-чуть продамаживает она Бенедетту. Кстати, дамага вообще абсолютно очень-очень-очень мало. Хотелось бы, чтобы еще вот эту каретку на голду не получила, но как получилось уже. Не самая лучшая ульта у Чанне и техническая пауза, которую мы должны свапать срочно. Текс, поехали. Бенедетта опять скипает, у нас видим, на боте. Точнее, на топе, на своем боте оники. На боте оников, на топе эвосов. Тут она еще подбайчивала под Гренджера Ван Ван. Если бы он прям нагло, агрессивно сыграл бы, то, скорее всего, убили бы его. Также флеймшотом промазал, там видели люминер на Матильде. И на боте, видим, опять гангают Алису. У нее все отлично. 6-й, почти 7-й левел против 5-го пакета. Черепах 30 секунд. Преимущество 600 голды как раз за счет того килла на боте на пакете за эвосами. 6-й левел против 7-го. Гренджер, соответственно, против Лисуна. 3-й лесной апает, видим, Гренка. 20 секунд до черепахи. Валир, Чанэ стягиваются к ней. Кая, видим, стоит в засаде. 7-й левел апает у нас Гренджер. Смайт у него будет столько же дамажить, сколько и у Лисунсина. Такая тут софлика должен вытягивать. У нас, да, вытягивается Валир. В итоге ситуация 2 в 5 будет на черепахе. На боте уже пушит Алиса тавер. Уже пол тавера нету. Преимущество полностью пока растет у эвосов. Начинает игру по черепахе Лисунсин, отводит он ее. Нет ультимейта у Каи, знают это эвосы. Ждут пока что, пока Кая тэпнется, пока Валир дойдет до черепахи. Также хотелось бы иметь два бафа на Гренке, красный и синий. Видим билды на ваших экранах. Пакет с антихилом. Алиса уже с часами собирает, по-моему, косу. Второй слот собирает ВВ без даже сапогов. Так, прям взрываю черепаху Бенедетта плюс Гренка. 3000 хп. Все. Черепаха уходит у нас к команде оникам. Почему так сделали? Потому что, скорее всего, услышали Лисун Сина на красном бафе и просто решили сыграть по черепахе. Команда Онников. 8 против 7 на топе. Возможно, сейчас, кстати, будут душить Ван Ван. 2 в 4 ситуация. На боте уже запушили лайн Лисун Син с Алисой. Кстати, вон там уже супер агрессивно заходит антимейдж и подпушивает крипов на миде. Матильда залетает у нас с ультимейта в Каю. Довольно печально для нее это все дело кончается. Просто ульт от Каи и минус она. Ну, кстати, там даже можно было не прожимать ультимейт. Там просто она умирала, потому что была продамаженная довольно сильно. Так, тут антимейдж флик прожал, но уходит. 400 голды преимущество за Ониками. Пока что все максимально ровно идет по счету и по голде. Так, врываются у нас тут в Бенедетту. Все-таки она задефала пак и выживает пол хп. Также Чанне с ультой пока что и будет дефать она следующий пак, скорее всего. Есть об этом информация у эвосов. Вынуждены отходить, потому что не запушит тавер, соответственно, бессмысленно там стоять мидеру. На боте почти запушил пакет линию, вышку, соответственно, свою. 35 секунд до черепахи. Соответственно, смотрим. 600 голды преимущество за Ониками. Мид запушили. Кая фликер, ультимейт по Матильде минус она. Вообще максимально не живет она тут. Гренджер Кераса уже собирается. 15 секунд до черепахи. Кстати, Матильда, возможно, успеет. У антимейджа, помним, нету фликера. Должен он тут умирать. 100%. На миде у нас, видим, Лисун Сим поддавливает Бенедетту. Пол хп продамаживает ей. И вынужден идти на топ, и черепаха стопроцентно уходит команде Оникам, потому что двух игроков нету на ней у команды эвосов. Это Алиса и это Матильда, которая только-только вышла, и в итоге позиции нет возможности занять у танка и саппорта, скорее роумера, команды эвосов. Соответственно, придется отдавать эту черепаху. Видим, что 4 игрока стягиваются на топ у команды эвосов. Топ опять задефался просто ультой Бенедетт. И также Чанне еще с ультой. А, нет, там Чанне тоже ультовала, по-моему, в пак. Лисун ультимейт, Гренджер ультимейт. Пока что все живы, здоровы. 1500 уже преимущество за Ониками. 1-0, напоминаю, за Ониками пока что. И одна карта отделяет Оников от победы в данном матче. На топе наконец-таки допушивается тавер. Несмотря на то, что там Бенедетта оставалась с ультой, все-таки решили отдать этот тавер. Принимается такое решение. Также у Чанне там была так-то ульта. Непонятно. Скорее всего, думали, что вот как раз в кусте, где Алиса, там засада какая-то. Так, ультимейт от Кая по Валиру. Минус Валир должен спокойненько тут быть. Казнь от Бенедетты видели команда эвосов. Мид точно не должен запушить, потому что у Кая нет ультимейта. Он довольно бесполезен сейчас. 1300, кстати, голды. Влетает у нас тут Матильда. Влетает у нас антимейдж на Алисе. Матильда умирает супер быстро. Влетает на флике антимейдж. Бенедетта также залетает спасать своего Гренджера. Но пока что вроде бы умирает Гренджер от Алисы. Лоу хп он еще пока что живет, но это недолго. Потому что 1 против 3. Кстати, добирает он тут Алису. Довольно плохо сыграл антимейдж. Скорее всего, подумал, что в кустах лучше не оставаться, потому что туда прыгнет Гренджер. Но он просто сделал микрострейф туда. В итоге подбайтил его. И он тэпнулся на шар. И там его убил Гренджер просто. Довольно неплохо, потому что разменялся. При том, что он там должен был умирать. Видим на синем бафе файт Беня с Чанне против Лисуна, Валира и Матильды. Должны добирать тут, по идее, Чанне. Кстати, очень-очень-очень много дамага по Лисун Сину с ультимейтом. На боте у нас, видим, Ван Ван добрали. Лоу хп оставался тут Бенедетта. Видимо, хотел подловить ее, но не получилось. Ультимейт Каи по Ван Ван хорошо зашел тут на боте. В итоге 700 голды преимущества все-таки за Ониками. Видим, Гренджер собирает серп на топе. Видим, Лисун Син с Матильдой пытаются поддавить Чанку. Ульта Чанне пока что в никуда. Гренджер также ультимейт пока что в никуда. Зимний жезл первым слотом залетает на Валира. Валир, кстати, с эмблемами саппорта. Кстати, вот зимний жезл, тот самый, который я рассказывал, первым слотом. Лоу хп остается, все-таки добивает его тут Люминейр на Матильде флеймшотом. Хильщик Гренки, кстати, ушел. 5-4 ситуация на ларде. Лисунсин уже начинает бить его. 25 тысяч хп. Вроде как не хотят оники отдавать этого ларда. Могут, кстати, за это поплатиться, потому что 5-4, опять же, ситуация. У Каи есть ли ульта? Да, у Каи есть ультимейт. Алиса уже на антимейт залетает. Вроде бы зимнего жезла нету. Минус Алиса за счет казни. Пол хп Ван Ван. Ультимейт от Лисуна меньше пол хп также у Матильды. И пока что вроде как файт за ониками, потому что ультимейт у Кая есть. Пакет фулловый, Кая фулловый, Гренджер также больше пол хп, Чанка почти фулловая. Так, Ван Ван пытается настакаться у нас на Гренджере, на Кае. Пока непонятно, почему Кая не может выхупить просто эту Ван Ван и убить. Но смотрим. Вроде как у Гренджера красный резается, не зря же он туда пошел, я надеюсь. Но, по идее, да, должен у Гренки красный резаться. Два бафа, видим, уже на Лисун сине. Показывают нам билды. Факел собирают Чанне. Лисун почти ББ дособирал. Ну как почти, только начал жрут у него третьим слотом. Не ББ. Видим, второй баф сейчас будет забирать Гренджер. Щит Афин собирает, кстати, еще Гренджер против Алисы и Валира и Матильды. Бенедетта собирает у нас зеленку. Алиса, ну, вроде как за медло, либо зимний. Вот в чем вопрос. У нее и часть от зимнего, и часть от замедляющего. Кстати, замедляющий вот наконец-то собрал, видим. Ульта Лисунсина, на ларде не будет его ульты. 1000 ровно голды перефарма за командой оников. На пакете антихил, 25 тысяч хп уже у ларда. Отводит ларда все-таки. Бенедетта скипает на топе команде Эвосов. Антимейдж принимает решение, что он будет точно так же скипать крипцов. Бенедетта стягивается, по идее, сейчас к ларду. И файт должен быть за ониками. Так, хукается у нас тут Матильда. Ульта Чанне по ней. Минус Матильда в 1 секунду. Также залетает у нас сюда Бенедетта. Минус Валир точно будет. Стягивается все-таки антимейдж. Настакивается у нас тут Кловер на Ван Ван. Антимейдж залетает по двоим, лоу хп Кай, лоу хп у нас тут Чанне, минус Чанне, также пакет умирает от Лисунсина, Гренджер фулловый еще живет, 4 в 1, 3 в 1 ситуация, лоу хп Лисунсин у нас тут остается, чуть-чуть не повезло Гренджеру на Санзе, чуть-чуть не повезло команде оников, супер таймингово залетает у нас тут антимейдж на своей Алисе, просто максимально перфект. Шикарный тимплей от команды Эвоса, потому что он там залетал по двоим, еле-еле жил там Лисунсин на лоу хп. Так, видим, тут просто миллионы отхиливает Лисун, отзонивают антимейдж Гренджера, мидера, лесника команды оников. Могут еще синие себе позволить, по идее, Эвоса, потому что один Гренджер не задефует, еще и миллиард дамага от Лисуна по нему. Поэтому смотрим. Что-то слабое Эвос с спецом слив. Ты что, прикалываешься? Только что файт видел? Иногда меня такие комментарии удивляют, конечно. Слабо Эвос. Ну, видимо, настолько слабо, что выиграли файт только что. Так, вот нам показывают сейчас еще один раз реплей. Ну как, первый раз показывают реплей. Вон, кстати, там Лисун догрызал у нас пакета. Если кто-то, может, поддержал там пакета, может быть, и минус Лисунсин был бы, и ларда бы не забрала команда Эвосов, но файт произошел как произошел. Что поделать. Кстати, 3 в 4 его выиграли Эвосы, этот файт. Даже 3 в 5, по-моему, потому что там максимально быстро Валир с Матильдой умирали. Так, уже лорд лоу хп. Т1 на миде еще стоит. На топе у нас видим. Также будет дефть все команду оников за счет Бенедетты, за счет ее ульта. Да, слабый трипл килл чисто на слив. Плюсую, плюсую. Так, все Т2 у нас упали у команды оников. Остаются только Т1. Просто максимально интересно, что же дальше будет. Потому что одна игра, напоминаю, у оников осталась для победы в данном матче. Показывают нам билды. Щит Афин на Ван Ван. Так, Кай билд фулл танк. Скорее бы ему уже собрать либо теневую маску, либо маску мужества, чтобы усиливать своих союзов, либо теневую, чтобы себя хотя бы усиливать. Видим, синий Гренджер отдается, по-моему, Алисе. Алиса почти фулл слотовая. Очень тяжело сейчас будет против нее играть. Скорее всего, она сейчас собирает либо косу, либо кристаллик, либо проникновение. Ну, скорее кристаллик. Это, ну, по идее, должен быть кристаллик, потому что у Гренки я пока что наблюдаю. Щитофин, скорее всего, тогда проникновение будет на Алисе ласт слотом. Матильду у нас видим с Зимним, с книгой. Басик, скорее всего, будет от нее. Маска мужества, если точнее. Бессмертие на Валире. Антихил сейчас летит на нем. Фул Слотовый Лисун. Бенедетта Крыло. Пакет сейчас Кераса, либо Бессмертие. Гренджер Лас Латом ББ собирает. И Чанне сейчас, скорее всего, проникновение собирает. Лас Латом пока неизвестно. Видимо, у Каи фликер есть. Можно как-то его сейчас здесь реализовать. Закидывает Валир тут первыми скиллами оппонента. Второй скилл также в лицо на Попей. 3000 преимущества за командой Эвосов пока что на карте. Так, ну пока что все максимально уравновешено, скажем так. Нету никаких нереальных киллов. Нету тех киллов, которые должны вроде как от Кая лететь. Но есть объяснение тому, почему сейчас Кая просто не хочет со флика вытянуть кого-нибудь. Потому что 30 секунд лорд, и чел просто банально успеет к этому лорду встать. Кстати, синий баф не дефует Оники, отдается он антимейджу на Алисе. Файт, кстати, может продолжаться. Ультимейт Чанне в никуда. 4000 преимущества за Эвосами. Все спылы есть на игроках команды Эвосов. Все спылы также есть у Оников. 10 секунд до лорда. И как раз та самая кульминация. Либо выигрывают Оники 2-0, либо 1-1, и смотрим далее. Ну, либо вообще просто там отдефуют этого лорда спокойненько и хилимся, живем. Где-то 20 секунд назад, кстати, собрал, стоит выделить Лисун, Зимний Жезл. Сейчас он собирает Лесной на деф, чтобы побольше жить против Гренки, если он будет по нему играть. 30 000 хп уже видим мы. Гренка прочекивает два куста под лордом, 20 000 хп, ульта Лисуна, ультимейт от Валира, игра по Кае, 15 000 хп, ультимейт от Чанне по Ван Ван, лоу хп она, Бенедетта врывается у нас, прожимается Зимний Жезл на Валире, также щиток от Ван Ван, умирает Бенедетта, еле-еле живет там и антимейдж, за все это время забирает у нас Лисун лорда, лоу хп остается Кая, должен просто жить, бац у нас убивает Ван Ван, но сам умирает, 3 в 4 ситуация у нас на карте, также лорд будет супер быстрым, вот он наконец-таки выходит на 11 секунде. Всем привет, приятного просмотра, вы как раз успели на кульминацию второй игры Эвосы против Оников, которые занимали топ-1 и топ-2 соответственно на момент этих игр. Забирается у нас тут опять антимейджем синий баф. Довольно легко, довольно приятно для Алисы. В 2 раза сокращается потребление маны на скиллы. На ульту, в частности, которая супер импактная. 4 в 3 будет дефать, извиняюсь, 4 в 4 будет дефать лорда команды Оников против команды Эвосов. Потому что Бенедетта встает уже. Так, кастует лорд, Бенедетта у нас лоу хп остается, по ней играет Лисун, просто миллиарды почему-то дамага от него. Так, залетает у нас тут Алиса по Чанне, пока что нету какого-то взрывного дамага, ультимейт от Лисуна, тром пол хпшный, мид уже падает, Алиса врывается минус пакет, который только-только, кстати, вставал тут. Прожимается Зимний Жезл Лисуном, Алиса еще живет, пол хп у Трона, бот можно допушить, потому что там есть один большой крипчик, одна большая карета, пол хп, но все же. Кстати, допушивается у нас бот, и на миде подходят крипчики, пол хп Тавара, врываются у нас по Кае, прожимается Зимний Жезл им, только что купленный, прожимается Зимний Валиром, но игра по Трону, минус Трон, победа за командой Эвосов 1-1, поздравляем их, не проиграли 2-0, а возможно и сейчас выиграют. Смотрим на билды, очень интересно, за 19 минут 37 секунд побеждает данную катку Эвосы. 12-12 счет. Как видите, по счету очень равная игра. И довольно хорошо отыграла как одна, так и другая команда. Видим Гренджер без сапога. Кая у нас не доапал так масочку, которую я все так хотел видеть. Чанне, скорее всего, собирала проникновение. Бенедетта так ласт-слот на дамаг проникновение. Зимний продал Лисун Син. потому что понял, что Кая его так и не выхукает. Зимний у нас видим также еще на 3 персонажах: Алиса, Матильда, Валир. И Ван Ван, также без зимнего, но могли чисто по приколу собрать на всех зимний жезл, а потом под фонтаном прожать его. Ну, как сделал-то Лисун, а потом продал, да? Деп. Вот. Ну, в принципе, это все. Остальное все стандартно. Сами видите на экранах своих. Разве что проникновение на Матильду, но тоже имеет место быть. Переходим к третьей игре. Эвосы против Оника. Решающий. Кульминация, вишенка на торте, как все любят. А за это я прошу вас прожать лайк, кто этого до сих пор не сделал. А мы переходим к пикам. Оники пикают на Тарафа, Бруно, Кага плюс Барц. От Эвос, Фаша, Сильвана, Бейн, Лисун Син плюс Пакето. Барц, кстати, прям максимально редко вижу. Даже практически реже, чем Горда. Ну, в скобочках шутка. Один раз я видел Горда, один раз видел Барца. Ну и техническая пауза, опять непонятно почему. Так, вот. Начинается. Трипл мид над Рафа плюс Брунич против Лисун, Фаши и Сильваны. Очевидно, явно выигрывает в данном противостоянии на миде лоб в лоб команду Оников, потому что Рафа будет хилить. Плюс у Наты там миллионы урона по Лисуну, по Фаше. У танка Роумера команды Эвосов не так много, как хотелось бы. Ну, не так много в сравнении с Натой, да, нету миллиона дамага. Смайтится Бруничем у нас хилищий, на топе у нас продамаживает Кага Бейна. Бейн понимает, что тут, скорее всего, Ната к нему стягивается, чихает он по кустику, но там Наты нету. Ну, кстати, гриппа он не потерял. Так, на боте у нас Барц будет стоять против Пакета, стакается он. Пакету пока нету стаков, у Барца довольно легко стоять, а когда есть стаки, там прям уже довольно тяжело стоять, и дамага, по сути, по нему нету. Почему у Эвосов в составе нету данки? Это же их топ-чу, который затанчил весь М1. Ты, видимо, давно уже не видел МПЛ и Эвосов, в частности, соответственно, ты бы уже знал давным-давно, что он уже давно не в их составе. По непонятным мне причинам, я не знаю почему. Ой-ой-ой, почти зафлеймшотила Кагура у нас красный Лисун Сином. Лоу хп Наташа, 20 секунд у нас черепаха. Напоминаю, Бруно будет супер быстро забирать ее, если не будет контестить команда Эвосов данную черепаху. Текс. Кстати, с маской непонятно пока что, кто, Сильвана или Фаша, потому что второй левел всего лишь у Фаши. Ультимейт от Барца по Пакету, минус Пакет в одночасье. Лоу хп Фаша также может умереть тут. Да, казнь от Наты, умирает она. Лисун Син лоу хп, продолжается игра по нему, умирает он. Также Сильвана тут должна умирать. 4-0 счет, 2000 преимущества. Также черепаха будет уходить в копилку команды Оник и Спорт. На топе Кагура все ровно с Бейном. Кагура его, конечно, продамаживает, но он просто там кумыса хлебает и нормас живет, хилится. 4-й левел против 4-го на топе. Видим, собирает Кага сапожок на проникновение. 6-й левел у Брунича против 4-го левела Лисун Сина. Сходу получает преимущество Оники за счет своего пика. 2200 по фарму, если точнее, да. Видим под топом еще Сильвана. Кстати, заметила она сейчас, что Ната на топе. И сейчас банку кумыса и ультимейт, ну... К сожалению, увели камеру стопа, да, деп. А мог бы и файт начаться, если бы камера была. Ультимейт от Барца по Пакету прям под Тауэр Наты 2. Пока что ничем вроде бы как не собирается заканчивать. Лисун Син просто забирает лесной стак у Брунича. Также монетка будет забираться. Фашу на миде подлавливают Наташа плюс Кагура. Очень хорошо все складывается для Наты плюс Каги. И что не сказать... про Фашу. Также на боте сейчас должен добираться Лисун Син, да, так и происходит. У Пакета также ужаснейший старт, на боте уже должен будет бэкдориться Тауэр, на топе, скорее всего, Тауэр не сломает, потому что там один Бейн был бы, там Лисун Син, может быть, конечно, запушился, но нет. 3000 преимущества уже, а это пока что еще Тауэр, даже не продамажили. Видим, на топ отправляется Фаша плюс Сильвана. Бейн уже продамаживает Кагуру на пол хп. Ультимейт от Фаши. Сильвана пока что никак не может помочь. Кагура выживает все-таки тут. Наташа играла там по Фаше и в итоге выжила. Кагура, а вот Барт сыграл по Сильване и минус Сильвана. На боте, видим, продолжают претенговать Бруно плюс Рафаэль этот лайн. То есть Пакета, соответственно, должны все-таки допушить, по идее, тут. Ну, кстати, может ультимейт, да, ульта и минус пак. The Devil все-таки. Стас, донаты отключены? Да, пока что отключены. Нет, контестить это значит дефать. Протектить, если хочешь, так называй. А донаты, да, я отключил. Там залетел какой-то конченый донат. В итоге я решил отключить. Собака. Так, забирается у нас черепаха Бруничем. 4000 преимущества на нем. Ну, у команды Орников, а на ком пока что непонятно. Но 3000 точно есть на Бруно, потому что у него 8 левел, у Лисунсина 7. Бруно уже 9. Кстати, на 2 левела он опережает своего друга, оппонента у Эвосов, Ферксика. Стягиваются под топ. Команда Оников должны допушивать. Бейн, видим, уже на боте, потому что не хочет он оставаться там на топе и умирать. Сильвана, видим, игра по Кагуре. Должна тут все-таки умирать она. Три персонажа все-таки, ну никак. Да, умирает Кагура на топе, пушится Тавр, также забирается Фаша через Нату. Очень тяжело играть на Фаше против Наты, прям максимально тяжело. Видите сами. Ультимейт от Барца по Пакету через флик в Тауэр, станет он его. Скорее всего, кстати, заберет. Барц просто шикарно отыграл в данной ситуации. Он застанил его в Тауэр, дал еще этот пружины так, чтобы он не ушел. Видим, НАТО уже врывается по Бейну. 11-1 счет, разгромный максимально. 5000 преимущества за Ониками. Уже могут себе позволить просто зайти под... Т2 и Т1, Т3 на миде и забрать синий у Лисунсина прямо у него под носом. Видим, какие гриты уже у Бруно по Сильване. Минус Сильвана, минус Бен сразу. И в итоге 3 в 5 ситуация на карте. Продолжается файт. Ната залетает у нас по Лисунсину. Кстати, вот этот дамаг от Тауэра по Нате вообще минимальный. Я считаю, нечестно, что у Тауэров увеличили так сильно дамаг, а по Нате там вообще практически 0 дамаг, когда она под тучкой. Это еще больше делает Наташу максимально, скажем так, имбалансной. Билды на наших экранах уже с маской мужества Рафаэль. Собирает она Раку, чтобы больше хилиться. Также Магтеф от Фаши, Бейна. Все пылы, видим, прожали у нас синяя команда Оников. Черепаха также ушла в Бруно. Черепаший баф, видим, играет Наташа уже соло по Пакету. Так много фарма на ней. Рафаэль умирает у нас там от Бейна плюс Лисунсина. Чуть-чуть подловили ее тут, но ничего страшного, потому что Брунич забирает красный баф Лисунсина. Без красного недофармленный Лисун вообще сейчас будет без дамага. Видим, лоу хп остается Сильвана, вынуждена прожимать фликер, чтобы выживать хоть как-то. Скорее всего, сейчас будет игра по миду. Уже 8000 преимущества на стороне Оников. Синий баф, видим, уже забирает под носом опять Бруно у Лисунсина. Наконец-таки жезл молнии у Бейна. Единственный айтем, который должен переворачивать игру, по идее, потому что сейчас уже можно на Бейне влетать с банки пива плюс ультимейта. Соответственно, хоть какой-то отыгрыш можно сделать, чтобы данную карту выигрывать. Потому что пока что абсолютно однокалиточная. 14-2 в пользу Оников. И непонятно, как это дело камбэкать Эвосом. Ну все, Барт баните вместо Пакета. Ну там чуть-чуть не повезло опять Пакету, поэтому все так хреново у него. Так, ультимейт Сильваны. Рафаэль просто очист. Живет у нас тут Кагура, ультимейт от нее. Барт летанул у нас в Пакета. Опять минус Пакет. Видим, что на боте там Брунич уже начинает играть по Тавру, по Бейну. Бейн пол хп. Кстати, забирается у нас еще, по-моему, Барц. Нет, кстати, Барц выжил. Еле-еле. Вот залетает, наконец-таки, Пакет софлика по Бруно. Но не убивает его. Бруно отпрыгнул. И сам Брунич добивает Бейна. 9-й левел Бейна против 14,5 у Бруно. Но это вообще типа никак не сравнимо, потому что Бруно его с 2-3 мячиков убивает, а Бейн там просто нужно увернуться от ульты, и Бейн его не убьет. Видим слоты у Бруно, щит Афин уже почти собрал, 3-4 слота у него, у Бейна всего лишь 2, хотелось бы побольше, у Лисуна вообще 1 слот, зеленка вторым максимально пока что плохо заходит. Ультимейт от Барца по пакету, опять минус пакет, влетает дальше у нас Наташа по Фаше, минус Фаша может быть, лоу хп она остается, лоу хп также Наташу не добивают тут, Фаша, к сожалению, не было ультимейта, вот если бы начинался файт с того, чтобы убивали Нату, может быть что-то и было. Там еще ульты Лисуна не было на начало файта, ну в общем пока что все максимально не в пользу эвосов. И все тайминги также не на их стороне. Лорд уже спавнится, играют уже по нему Бруно. Скорее всего отдаваться будет спокойно лорд команде Оников, потому что 11 тысяч преимущества за ними, за Ониками. Соответственно, ну невозможно это контестить. Кстати, вроде бы попытка сейчас будет, или попытка не пытка. Там с 5 масками играют, ну нормальная тема. Там не 5 масок, там 4, по-моему. Потому что 5 это прям максимально жестко. Кстати, наконец-таки собираются на Фаши Жезл Молнии. 0-4-0 ее счет, 0-5-0 у пакета. Также все максимально печально. 13 тысяч преимущества за командой Оников. Скорее всего, с этим лордом они будут заканчивать, даже при том, что лорд не кастует. Но разве что тут Фаша и Бейн в 1 секунду по Бруно закастуют ультимейт и убьют его просто за 1 миллисекунду. Мы уже видим, что Фаша ультует по паку довольно. Не то, что хотелось бы видеть, потому что лучше бы какой-нибудь пакет просто ультанул бы по паку. И в итоге у Фаши ульта бы сохранилась бы. Ну, правда, там Бруно с щитом Афин. Там не так много дамага от Фаши, но... А пакет имеет фликер, соответственно, может спокойненько допрыгать до Бруно со флика. Лорд еще живой, 3 тычки, ой, как быстро умирает у нас тут Фаша, как быстро умирает еще и Бейн. Остается 3 в 5 ситуация, влетают по Сильване, Сильвана минус, 5 в 2 ситуация, антимейдж лоу хп уже, тавер пол хпшный, минус Лисун, минус антимейдж на пакете и уверенная победа за командой Onik Esports. Соответственно, топ-2 команды сейчас в нереальном МПЛ индонезийском. Оники, топ-3 Эвосы и топ-1 РРК. Пока что РРК, кстати, выкомбачили топ-1 себе вообще какими-то правдами и неправдами. Просто абсолютно каждый матч они, получается, сейчас выигрывают. 4 побед подряд, по-моему, РРК сейчас. Вот, поехали, смотрим, 22 счет на ваших экранах, за 11 минут выиграли Оники Эвосов, Барц также, видите, билд без маски на отхил, Сильвана видим танк, Фаша с сапогом на физдев, Лисун физдев, ну и остальное вы видите, пакет даже не дособирал кирасу, у него максимальная игра не пошла. Брунич 6-слотовый, Рафаэль собирал лед, Кага антихил даже не собиралась собирать. Текс. Пигибан на ваших экранах. Диги Ангела, Бенедетта, Ван Ван, Хилос от Оников, Бальмонт, Кусака, Матильда, Уранус, Бакси от Эвосов. 35 тысяч надамажил Лисун Син, 46 Брунич, ну и 37 Барц, 36 НАТО соответственно и Кага 32 тысячи. Так, ну я думаю переходим к таблице лидеров. Вот данная таблица на ваших экранах. Думаю, всем было интересно подчекировать, что тут, как тут. Вот этот значок означает то, что у Оников есть еще один матч в запасе. Видите, у них у РРК 9-4 счет, соответственно, если приплюсовать вот это все дело, то будет 13. Но я думаю, несложно приплюсовать 9 плюс 4, блядь, это как бы 3-й класс. Соответственно, 9 плюс 3 – 12, и это на 1 матч меньше, чем у РРК. Соответственно, если Оники выиграют и у них будет счет вот тут 10-3, они встанут на 1-ю позицию, а РРК встанут на 2-ю. Также 1 матч в плюсе у Эвосов, если у них, очевидно, 8-4, если они выигрывают следующий, у них будет 9-4. Ну, и та же самая ситуация у РРК. Вот. Ну, у Эвосов будет 2 матча. На следующей неделе, а у РРК только 1, а у Оников 2 матча также будет Бигетроны, соответственно, уверенно остаются на четвертом месте, потому что у них счет 8-5. Им еще сколько тут получается? 5 плюс 13. Кстати, одна игра 7-6. Да, они 100% Бигетроны остаются на четвертом тут месте. В любых обстоятельствах, просто максимально в любых. Но разве что еще один матч сыграют, а Альтер-Эго два матча подряд выиграют, у них счет будет 8-6, и у Бигетронов тоже 8-6, но там будут смотреть тогда по именно играм Win-Lose, соответственно, тут 14-12, а тут 17-15. Ну и Генфликсы на шестом месте, и 7-8 место у нас в конце, по идее, МПЛ должно будет заменяться новыми двумя командами, которые будут проходить... ну, нижние отборы, нижние МПЛ, скажем так, это типа главный МПЛ, лучшие команды индонезийские, а там еще есть нижние, которые вторые составы. Вот. На сегодня это все, я думаю, всем спасибо, кто пришел, поставил лайк, поддержал канал. Опять же напоминаю, что вы можете поддержать канал, просто поставив лайк. Вот. На сегодня это все, следующий стрим будет в среду, игровой. Именно буду играть, не знаю с кем пока. Вот. Но следующий стрим будет в среду. Приходите, всех будут рад видеть. Всем пока. Удачи. Побеждайте на российском МПЛ.